И это уже девятая неделя, которая у нас предпоследняя. Действительно, это действительно последняя неделя, когда вы будете учиться программированию на этом занятии. Но на самом деле именно эта неделя должна была стать педагогической кульминацией всех этих различных языков, которые мы рассматривали, всех этих различных техник, всего этого синтаксиса. Так что в конце CS50 всего через несколько недель вы действительно почувствуете, что не посещали занятия по C, и вы не посещали занятия по Python. Но вы действительно в более общем плане посещали занятия по программированию. Потому что действительно мы уже знаем, что примерно половина из вас продолжит изучать информатику дальше но половина из вас этого не сделает и действительно все ваши программные работы здесь и далее теоретически будут иметь основу в том что мы делали последние много недель но здесь вам действительно придется выучить какой-нибудь новомодный язык когда он появится или следовать какой-нибудь новой тенденции когда какой-нибудь язык затмит те которые мы использовали как более популярные как более подходящие для проблем которые вы хотите решить Итак сегодня действительно речь идет о том чтобы синтезировать многое из того что произошло за последние несколько недель но сделать это в контексте веб- программирования которое к лучшему это или к худшему сегодня очень модно как на наших ноутбуках, так и на телефонах. И действительно, языки, которые мы рассматривали в последние недели, используются не только для создания веб-сайтов, но и полноценных приложений, магазинов приложений и тому подобного. Так что это действительно станет кульминацией последних нескольких недель. И действительно, мы даже поговорим о некоторых знакомых понятиях, таких как тележки для покупок, когда вы находитесь на Amazon. И о таких вещах, как файлы коки, когда вы посещаете веб-сайты. Все эти темы тоже войдут в игру, и у вас будет понимание того, что все это значит с самого начала. Так как же мы сюда попали? Ну буквально на прошлой неделе мы сосредоточились в первую очередь на HTML и C, которые не являются языками программирования. Они просто касаются эстетики, структурирования ваших данных, представления ваших данных и так далее. И мы обслуживали веб-страницы, которые мы написали с помощью этой программы HTTP-сервера. Это всего лишь одна из таких программ. Там есть десятки, сотни различных веб-серверов, которые вы можете использовать. Это просто супер простая программа, которую мы предустановили в вашем кодовом пространстве для вас в Versus Code, чтобы вы могли просто обслуживать веб-страницы. В конце прошлой недели мы также дразнили JavaScript, полноценный язык программирования, который вы можете использовать для улучшения пользовательского опыта. Чтобы сделать вещи более динамичными и интерактивными, фактически запустив код в браузере пользователя на его Mac, ПК, телефоне. В отличие от серверной части, где до сих пор был написан весь наш код. А также C и Python. Итак, вы пишете код на сервере вы обслуживаете код с сервера. Но теперь с помощью HTML, C и JavaScript он выполняется в браузере. Но сегодня мы собираемся рассказать об одной заключительной функции Python, или действительно похожих на него языков, которую вы также можете использовать для автоматической динамической генерации кода на сервере. HTML, JavaScript, C, которые вы на самом деле хотите, чтобы пользователь получил. Вам не нужно жестко кодировать все, как при создании собственной домашней страницы. Что же, давайте рассмотрим, какими были некоторые строительные блоки на прошлой неделе. Итак, вот пример URL-адреса, а вот здесь касается черта страница по умолчанию на любом веб-сервере это может быть индекс html это может быть что-то другое это просто условность но это относится к тому чем на самом деле является дефолт вы можете зайти конечно в любом браузере например по url адресу который заканчивается на файл html или что-то еще в html и это буквально означает что ваш браузер хочет чтобы этот файл был на этом сервере или конечно мы видели что это может быть папка и внутри этой папки по-видимому находится какое-то имя файла по умолчанию например опять же индекс html или вы можете быть более откровенны например folder файл HTML, и в более общем плане мы просто называли их путями, и действительно, путь это просто местоположение на вашем Mac, вашем ПК или на сервере какой-либо информации. Но сегодня мы просто собираемся переименовать это только для того, чтобы использовать другую распространенную терминологию, но на самом деле это просто синонимы. Сегодня мы будем называть те же самые вещи маршрутами потому что сегодня мы собираемся в конечном итоге заменить HTTP сервер, который просто обслуживает статический контент, который вы все пишете на своем собственном веб-сервере. Как и сейчас, вы будете контролировать то, что сервер делает в ответ на запрос пользователя, чтобы вы могли реагировать интерактивно и динамически. Но мы все еще будем видеть подобные методы. Это были наши так называемые HTTP параметры. Это все, что идет после вопросительного знака в URL-адресе. И это может быть ключ равно значение. Примером было что, когда мы играли с Google, Каков был ключ, и каково было значение, которое я впервые попробовал? Есть какие-нибудь воспоминания? Я искал кошек, и поэтому ключ, который я нашел, был Q, потому что Лари Сергей создавшие Google много лет назад, решили, что так будет называться текстовое поле HTML, в которое вы вводите свой запрос. А если я наберу CAT для CAT, то это значение окажется в URL-адресе Google как вопросительный знак CAT равно значение. И я упомянул, что часто бывает так, что вы хотите отправить два разных входных сигнала на сервер. И именно поэтому я предлагаю вам просто следить за амперсандами. И амперсанды разделяют эти пары ключевых значений. Но опять же это та же чертова парадигма, что и раньше, и мы видели это так много раз, не так ли? Пары ключ значения в словарях в Python. Мы видели атрибуты HTML и их значения. Мы видели свойства C и их значения. Это все одно и то же ассоциировать что-то с чем-то. В остальном, несмотря на то, что у каждого языка, у каждого человека, кажется, есть свой собственный жаргон для этого, на самом деле это одна и та же идея. Это ассоциирование чего-то с чем-то другим, мы будем продолжать видеть. И чтобы быть конкретным, это были те же строки текста, которые были в этих виртуальных конвертах, если хотите. Если бы я действительно выбирал, Пытался найти что-то вроде кошек в Google. Это напомним, было сообщение, отправленное на сервер моим браузером, чтобы попросить Google, пожалуйста, искать не собак, а в данном случае кошек. А теперь что же делает для нас HTTP сервер? Ну, он просто обслуживает HTML файлы, C-файлы, может быть, какие-то файлы GIS или JavaScript, но игнорирует любые параметры HTTP. Похоже, что HTTP сервер не принимает пользовательский ввод. Почему? Ну и что он собирается с этим делать? Поскольку вы уже написали HTML, вы уже написали C, как будто никаких решений не нужно принимать, пока мы не внедрим на сервере надлежащий язык программирования. И поэтому мы собираемся отойти от этой простой программы HTTP сервера и познакомить вас с вашим собственным сервером, который будет обрабатывать синтаксический анализ. То есть извлечение этих пар ключ-значения. Чтобы нам с вами не пришлось внезапно писать код на Python, который анализирует этот материал, выясняет, какие страницы запрашивали пары ключ-значения. Все это мы по-прежнему получим бесплатно, просто используя правильный фреймворк. И поэтому сегодня мы возвращаемся к Python, который мы в той или иной форме использовали последние несколько недель. И действительно, это своего рода клиент, Который позволяет нам сшить воедино часть нашей собственной логики. Мы видели это с помощью SQL. Теперь мы собираемся увидеть это с помощью HTMLC и даже JavaScript, если захотим. И сегодня мы также увидим другой язык, не язык программирования, который называется Jinja. И это будет общая парадигма в реальном мире, при которой разные языки, разные библиотеки, разные фреймворки часто заимствуют друг у друга или используют технологии, написанные кем-то другим, просто чтобы им не пришлось изобретать велосипед. Значит, колба это всего лишь каркас. Это сторонняя библиотека, она довольно популярна в наши дни, она относительно проста, именно поэтому мы используем ее в CS50. Если вы программировали до CS50 Django еще один популярный фреймворк или библиотека в пространстве Python, но он немного сложнее. Поэтому мы сосредоточимся на Flask. А джинджи, как мы увидим, не является языком программирования. Это просто будет некоторый синтаксис, к счастью, знакомый с фигурными скобками, которые позволяют нам использовать заполнители на наших реальных веб-страницах. Опять же, в конце концов, вы поймете, где находятся границы между этими различными технологиями, но это не самые интересные идеи. Интересные идеи — это те, на которых мы сосредоточимся в коде. Но начиная с сегодняшнего дня, вместо запуска HTTP, сервера для обслуживания статического веб-сайта. Мы попросим вас запустить буквально Flask Space Run в окне вашего терминала для запуска собственного веб-сервера, реализованного на Python с использованием этой платформы Flask. Итак, Bootstrap – это библиотека для того, чтобы сделать ваши C и JavaScript красивее и интерактивнее. Flask это фреймворк или библиотека для того, чтобы просто сделать ваш код на Python более приятным в использовании, поскольку вы заимствуете функции у кого-то другого. Хорошо, так как же мы можем это сделать? Ну, если бы вы написали свое собственное веб-приложение, ваше собственное amazon.com, Ваш собственный google.com в Python, использующим Flask. Как минимум вам нужно иметь файл, называемый app. Пай по соглашению, именно туда идет весь ваш код на Python. А затем папка под названием шаблоны, в которую помещаются все ваши шаблоны. А пока ваши шаблоны это просто ваши HTML-файлы. Так что если мы собираемся сейчас начать создавать более интересные интерактивные вещи, такие как google.com или amazon.com, нам нужно иметь возможность выполнять код на сервере. И таково соглашение. Это больше не обязательно индексируется в HTML, это две эти вещи на верхнем уровне. С учетом сказанного мы быстро увидим, что... С существуют некоторые другие соглашения. И в моих примерах в интернете и в девятом наборе задач вы увидите другой файл, который называется requirements. TXT, который представляет собой всего лишь текстовый файл, позволяющий перечислить все сторонние библиотеки, которые может потребоваться использовать вашему приложению. Это соглашение, чтобы сервер мог автоматически устанавливать что-то за вас без необходимости делать это вручную. И тогда статика будет там, куда в буквальном смысле попадает ваш статический контент. Так что если у вас есть изображение для вашего веб-приложения, если у вас есть файлы JavaScript, C-файлы по соглашению, это будет статический контент. Это всего лишь соглашение, все это можно изменить. Но так надо поступать. Поэтому мы познакомим вас с правилами по умолчанию. Хорошо, так что же это значит? Как, например, я мог бы реализовать свое собственное веб-приложение с использованием Python, которое каким-то образом выдает сообщение: типа: Привет, мир. Хорошо, оказывается, только это. Сейчас мы разберем это на части. Но это содержимое образца App. Py файл, в котором, по-видимому, используются некоторые библиотечные материалы, например, знакомый синтаксис из чего-то, импорт, что-то еще. Мы уже видели это раньше с CV и другими библиотеками. Это несколько новый синтаксис. Но пока это своего рода копипаст. Это определенно новый синтаксис и немного странно со знаком собака здесь. Но сегодня мы будем видеть это снова и снова. И сначала это просто копипаст, пока вы не поймете, что он для вас делает. Но, по крайней мере, здесь есть кое-что знакомое, например, индекс. HTML он по-прежнему будет с нами но нам решать, когда и как показывать его пользователю. Так давайте же сделаем это более реальным. Позвольте мне перейти к Versus коду здесь, и позвольте мне продолжить и создать, как насчет того, чтобы мы сделали это в Hello, позвольте мне сделать mc Hello, чтобы создать новую папку под названием Hello. И я собираюсь вставить в него компакт-диск, просто для того, чтобы изолировать все эти файлы в одном каталоге, так что сегодня у нас разные приложения и разные папки. А теперь я сделаю код. Давайте сделаем это на самом деле. Давайте сделаем наш mc templates. HTML, извините, не templates. HTML. Позвольте мне переименовать это в шаблоны с помощью команды MV. Это не имеет никакого отношения к веб-программированию, это я делаю опечатки. Так что если я наберу ls сейчас, у меня будет папка под названием шаблоны. Хорошо, давайте создадим там файл под названием index. HTML это будет очень просто и в значительной степени копипаст с прошлой недели. Позвольте мне скрыть окно моего терминала, и позвольте мне просто очень быстро создать простую страницу «Привет, мир», используя мой HTML-тег. Lang будет равно английский, тогда внутри этого у меня будет тег head. Внутри этого у меня будет тег-тайтл, и я просто буду называть эту штуку Hello. Затем у меня будет тело, и в этом я скажу только что-нибудь простое, вроде Привет, мир. И просто чтобы это было удобно для мобильных устройств, напомним, что мы касались этих метатегов. Так что на всякий случай, если вы после занятий будете играть со своим мобильным устройством вместо ноутбука, я сделаю название в кавычках без кавычек видовой экран. Видовой экран, а затем контент, и я никогда этого не помню. Я буквально читаю это со шпаргалки. Начальный масштаб равно 1. Ширина равно ширина устройства. И это всего лишь магическое заклинание, которое говорит браузеру. Размер вещей соответствует размеру устройства. Это немного увеличивает размеры шрифта. Хорошо, это то, что я бы сделал на прошлой неделе. И я бы обслуживал эту веб-страницу, запустив HTTP-сервер в том же каталоге, и бум! Я бы увидел этот HTML-код. Но давайте теперь начнем немного контролировать работу пользователя. И на данный момент это будет не в восторге. Он просто всегда будет говорить привет мне но через мгновение вторая версия будет говорить привет Дэвид или привет Картер немного более динамично и мы быстро перейдем от этого к более интересным приложениям кульминации которых станут такие вещи как печенье тележки для покупок и тому подобное поэтому позвольте мне вернуться в окно моего терминала и как я и обещал позвольте мне создать еще один файл который называется app.py и именно здесь мне теперь нужно реализовать веб-сервер который я собираюсь запустить используя этот фреймворк Flask а сейчас я просто сделаю копипаст из того что мы видели на слайде мгновение на Назад, из библиотеки flask которую мы предварительно установили для вас я собираюсь импортировать функцию называемую flask capital f это тонко но здесь это важно и я также собираюсь импортировать еще несколько вещей функцию, называемую шаблоном рендеринга, и еще одну переменную, называемую запросом. И единственный способ, которым я знаю это, это то, что я учил этому раньше, читал документацию, следовал учебнику. Вы бы этого не узнали, если бы кто-то не сказал вам, или вы не прочитали, как это сделать. Но это означает, что в этой библиотеке, называемой Flask, есть три вещи функция, называемая Flask Capital F, функция, называемая шаблоном визуализации, и встроенная в нее переменная, называемая запросом. И это будут все строительные блоки, которые мне понадобятся для реализации моего собственного веб-сервера. Соглашение Flask, когда вы хотите создать веб-приложение на Python, заключается в том, что вы создаете переменную по соглашению, называемую app, а затем присваиваете ей возвращаемое значение этой функции Flask за главную букву F. И передаете в нее подчеркивание, подчеркивание, имя подчеркивание, подчеркивание. Что странно, но мы видели это раньше. Несколько недель назад кто-нибудь вспоминал, когда и почему мы упоминали подчеркивание, подчеркивание, имя подчеркивание, подчеркивание. Да? Да, если бы мы хотели проверить, является ли имя файла само по себе основным, чтобы избежать ситуации, когда если вы пишете свой собственный библиотечный код, вы не хотите, чтобы ваш код выполнялся автоматически. Вы хотите потенциально выполнить основную функцию. И это было решением этой проблемы здесь. Для сегодняшних целей вы делаете это именно так. Имя подчеркивания подчеркивание относятся к текущему файлу. Так что это всего лишь маленькая хитрость, которая гласит превратить этот файл в приложение Flask. Это все, что нужно, и на данный момент этой строки достаточно. Хорошо, что я хочу делать после этого. Ну что же, теперь я отвечаю за веб-сервер. Мне нужно написать код, который на основе запроса браузера решает, какой файл или файлы я собираюсь отправить с сервера в браузер. На прошлой неделе прошл сделал все это за нас, просто основываясь на имени файла. Но сегодня я собираюсь взять на себя контроль над этим процессом. И я делаю это следующим образом. Я говорю app, Раутес, как ни странно, знаком собака перед ним. В Python это называется декоратором. И это особенность Python, а не Flask, которую мы просто не представляли в прошлой неделе, но она особенная, это удобный трюк для того, что мы собираемся сделать. Корень, который я хочу определить, это кавычка без кавычек косая черта. То есть вот код, который я хочу, чтобы сервер выполнял всякий раз, когда пользователь посещает страницу веб-сайта по умолчанию с косой чертой. Хорошо, какой код я хочу, чтобы они выполнили? Хорошо, я хочу, чтобы они выполнили функцию. И поэтому я могу определить функцию на python технически я могу называть эту вещь как угодно x или y или z но поскольку они получают доступ к странице по умолчанию иначе известный как индекс сайта я собираюсь просто разумнее назвать эту функцию индексом но это просто условность вы можете называть это как угодно но x y или z вероятно плохой стилистический выбор в данном случае не нужно принимать никаких аргументов и единственное что будет делать этот код это функция это пока давайте продолжим и заставим ее вернуть привет мир в кавычках без кавычек и все. Хорошо, теперь позвольте мне зайти в окно моего терминала, позвольте мне продолжить и запустить флеск в том же каталоге, в котором есть App. Пай и нажмите ввод. Я увижу некоторые зашифрованные выходные данные, но включающие URL-адрес моего кодового пространства, и если я открою этот URL-адрес после наведения на него, я действительно увижу привет, мир, как вы могли бы надеяться. Но позвольте мне сделать это. Позвольте мне щелкнуть правой кнопкой мыши на странице и выбрать пункт просмотреть исходный код страницы, который, если вы еще этого не сделали, покажет вам весь HTML-код страницы, какой бы красивой или грязной она ни была. И это все нет никакого HTML-кода, который я выплюнул, это просто цитата без кавычек ⁇ Привет, мир ⁇ Хорошо, если я на самом деле хочу выплюнуть полную веб-страницу, что здесь не имеет большого значения, потому что кого это волнует. В любом случае это всего лишь текст. Но если я хочу выплюнуть целый файл, позвольте мне сделать это. Я хочу вернуть по сути содержимое индекс. HTML, в котором есть все нужные мне теги, Удобные для мобильных устройств и все такое. Ну, я не могу просто вернуть индекс. HTML, но я могу вернуть это. Шаблон рендеринга, цитата без кавычек, индекс. HTML. И в соответствии с документацией для Flask, эта функция шаблона рендеринга найдет этот файл для меня в моей папке шаблонов по соглашению. Он откроет его, а затем выплюнет все это в браузер для меня так что я могу хранить весь свой HTML в одном месте и весь свой код на Python в этом одном месте. Так что теперь, если я вернусь в свой браузер и перезагрузюсь, я не думаю, что действительно увижу разницу, потому что в конечном счете это один и тот же текст. Но если я сейчас просмотрю исходный код страницы, Обратите внимание, что там есть весь HTML-код, который только что был отправлен в браузер. Это только для того, чтобы сказать, что у нас есть строительные блоки, кусочки головоломки, если хотите, с помощью которых теперь можно хранить весь наш HTML в одном месте. И предположить, C, JavaScript и так далее, но затем подавать все, что мы хотим, хотя я просто слепо выплевываю индекс. HTML. Итак, прежде чем мы продолжим, любые вопросы по этому поводу. Что, опять же, я утверждаю, похоже на мою ручную версию того, что HTTP-сервер делал для нас автоматически на прошлой неделе. Но вот как вы это делаете сами. Есть вопросы. Хорошо, давайте сделаем это более интересным, чего мы не смогли бы сделать с помощью одного только HTTP сервера и HTML. Почему бы нам не сделать это дальше? Позвольте мне зайти по тому же URL адресу, и я увеличу масштаб. И ваш URL адрес будет отличаться от моего кодового пространства, но здесь он закончится аналогично. Я собираюсь сделать имя равно David, например, или Q равно Cats, или имя равно Carter, любую пару ключ значения, которую я хочу, я добавлю после косой черты и знака вопроса. Тем самым предоставляя пользовательский ввод на сервер. Хотя и очень недружелюбно к пользователю. Обычно никто не собирается делать это в своем браузере. Видите, здесь ничего не меняется. Здесь просто написано Привет, мир, но разве не было бы здорово, если бы там было написано Привет, Дэвид? Или что то же самое, если я снова увеличу масштаб здесь, изменю Дэвида на картера и нажму Вот. Разве не было бы неплохо, если бы вместо этого было написано Привет, картер. Так что нам нужен некоторый динамизм. И вот тут-то теперь Python станет нашим другом. Если я захочу получить доступ к параметрам HTTP, которые пользователь предоставил по URL адресу будь то q равно cats или name равно david. Я могу использовать эту специальную переменную, которую я уже превентивно импортировал ранее. И я могу это сделать. Если в том, что я собираюсь назвать request Arcs есть HTTP параметр, называемый name. Тогда я собираюсь продолжить и создать переменную с именем name и я собираюсь установить ее равной имени скобки request Arx. Иначе, если в этой специальной переменной, называемой request Arx. нет ключа имя, кавычки без кавычек, я просто предположу, что имя пользователя по умолчанию world. Так что же здесь происходит? Оказывается, Flask предоставляет нам специальную переменную, называемую request Arx. и в ней содержатся все пары ключ-значения, которые могли быть получены по URL-адресу. Так что если бы вам пришлось угадать, какой тип или какой тип данных является request, Arcs — это его название, и здесь оно в контексте. Девятая строка может дать подсказку. В Python каким типом данных может быть запрос? Arcs? Да. Это не будет массив или список, потому что они всегда на всех языках, которые мы видели, проиндексированы численно. Но вы близки к этому. Кто-нибудь еще? Это словарь. Таким образом, словарь синтаксически похож на список в Python, но вместо числовых индексов, таких как 012, вы можете буквально использовать строки, такие как кавычки без кавычек имя. Теперь это немного белая ложь, это словарь. Но это специальная причудливая версия словаря Flasks. Но синтаксис, с помощью которого вы можете получить к нему доступ, точно такой же. И я на самом деле. Это опечатка. Я не хотел произносить там имена. Я хотел сказать имя в единственном числе, но в остальном я думаю, что код правильный. В восьмой строке мы проверим, есть ли в реквест. Arcs ключ с именем и если да, то установим его равным этому значению. В противном случае по умолчанию будет установлено значение world. Я намеренно этого не делал. Я добавил это, если еще и не сделал этого. Почему? Какая ошибка может произойти, если я просто вслепую возьму имя? Точно. Если бы в конце URL-адреса не было ничего, что имело бы форму. Имя равно кто-то, тогда не было бы ключа имени. И это было пару недель назад, но это дало бы вам одну из тех досадных ключевых ошибок, когда вы получаете обратную трассировку, потому что вы облажались. Потому что использовали несуществующую строку. Вот почему я просто активно пытаюсь избежать подобной ситуации, как это могло бы произойти пару недель назад. Так что несмотря на то, что это более подробно, это просто гораздо более защитная мера, чтобы я случайно не попал в словарь, где нет ключа. Но мы посмотрим, как мы можем ужесточить это, чтобы это было не четыре строки, а одна. Но я думаю, что теперь я могу это сделать. Разве не было было бы неплохо, если бы сейчас в моем индекс. HTML файл, отзыв которого находится в моей папке шаблоны, разве не было бы неплохо, если бы я мог сделать эквивалент на C, например, для человека здесь. Или на языке Python, что-то вроде этого имени. Ну, это близко, и это просто потому, что несколько разных людей изобретают разные языки, изобретают разные фреймворки. Синтаксис для этого Flask на самом деле состоит в том, чтобы сделать, ups две фигурные скобки, а затем ими переменные внутри нее. Почему? Просто, вероятно, кто-то подумал, каковы шансы, что нормальный человек когда-нибудь будет использовать две фигурные скобки одновременно по сравнению с одной. Так что это, вероятно, снижает вероятность того, что люди действительно захотят выводить буквальные фигурные скобки вот так. Так что это похоже по духу на строки Python F. Это похоже по духу на Pearson SFC, это похоже по духу на вопросительные знаки SQL. Та же идея, немного другой синтаксис, и это джинджи. Так что это не программный код как таковой, это просто шаблон. И действительно именно поэтому эта папка называется Templates. Это что-то вроде плана того, что я хочу донести до пользователя но у меня есть эти заполнители, такие как эта переменная, которую я хочу подключить к этому значению. Одного этого недостаточно. Посмотрите, что произойдет, если я вернусь в свой другой браузер и перезагрузю страницу после изменения здесь. Давайте снова сделаем имя равно Дэвид. Введите, после запятой привет ничего не выводится. Так что, похоже, переменная name еще не существует. И именно поэтому, действительно, если я просмотрю исходный код страницы, вы сможете увидеть, что было отправлено в браузер. Что-то не так с моим заполнителем. Но мне просто нужно быть немного более четким относительно того, что я хочу отправить и куда. Получается, что функция шаблона рендеринга принимает не только один аргумент, имя шаблона, который вы хотите выплюнуть. Но и после этого с запятыми, все заполнители, которые вы хотите подключить. Так, например, если вы хотите, чтобы заполнитель был таким, буквально заполнителем внутри этих фигурных скобок, вы можете указать в качестве второго аргумента для рендеринга шаблона. Аргумент с именем заполнителя равен любому имени. Таким образом, имя это переменное в приведенных выше строках, заполнитель это имя моего буквального заполнителя в фигурных скобках. И поэтому теперь, если я вернусь в свой браузер и перезагрузю это с помощью стил, цитата без кавычек, стил, имя равно Дэвид Урл. Теперь я действительно вижу привет, сэр Дэвид. А если я увеличу изображение здесь, и позвольте мне подвинуться сюда. Позвольте мне вести картер и нажать вот. Теперь вместо этого я вижу привет-картер. Теперь немного излишне явно называть заполнитель заполнителем, особенно если вы хотите, чтобы их было два или три. Так что на самом деле вы можете называть это как угодно. И я собираюсь изменить его обратно на название, которое немного более прямолинейно. Единственная странная вещь здесь заключается в том, что теперь вы увидите, что пишете такой код. И это правильно, и это норма, это просто выглядит странно. Но вещь слева от знака равенства. Это заполнитель, который вы используете в шаблоне. Вещь справа может быть любым значением, которое вы хотите, включая переменную. Так что, несмотря на то, что я называю их совершенно одинаково, что надо признать выглядит глупо, это то, что люди склонны делать. Просто потому, что это проще, чем вводить другое слово, такое как заполнитель. У вас есть вопросы по этому поводу? Есть вопросы по этим заполнителям? Нет, хорошо, давайте немного подтянем это и посмотрим, не сможем ли мы сделать ситуацию еще более динамичной. Позвольте мне предложить сейчас, чтобы вместо вывода, вместо использования этого условия, которое сделало очень простую идею очень многословной с четырьмя разными строками, оказалось, что есть более простой способ сделать это. На самом деле вы все еще можете создать переменную с именем name. И вы можете установить ее равный request ARX, но вместо того, чтобы просто слепо индексировать в этом словаре, оказывается, что request ARX поставляется с функцией, также называемой GET. Вы можете передать ему аргумент, который скажет вам, какую ценность вы хотите получить. И по умолчанию, если в этом словаре нет имени ключа, эта функция не выдаст ошибку ключа. Она просто вернет none и специальную переменную, специальное значение в Python. Таким образом, это позволяет избежать ошибки в вашем коде, но при этом сжимает четыре строки в одну. Но еще приятнее, если вы прочтете документацию, функция get также может принимать явное значение по умолчанию. Так что если вы не хотите, чтобы на экране ничего не было, например, привет пусто или... Я имею в виду, это тоже было бы странно. Вы можете просто ввести значение по умолчанию в соответствии с документацией этой функции, например, world. Так что теперь мы перешли от четырех строк к одной. Так что, возможно, она лучше спроектирована. И если я сейчас вернусь в браузер по-прежнему с картером в URL адресе и нажму перезагрузить, произойдет то же самое, но мы это заметим. Предположим, что я полностью избавлюсь от параметра name и нажму Enter. Теперь вместо него будет значение по умолчанию world. Так что это просто немного лучше продумано, чем делать это по-другому. Хорошо, как насчет того, чтобы подняться еще на одну ступеньку. А как насчет того, чтобы вести несколько маршрутов? И фактически вести, возможно, какую-то форму в микс. Потому что, опять же, ни один нормальный человек не собирается заходить по URL-адресу и добавлять знак вопроса и свое имя. Браузеры работают по-другому. Ну, так работают браузеры люди взаимодействуют с браузерами по-другому. Мы с вами, как правило, вместо этого используем форму. Так что теперь при создании собственного веб-приложения все может стать немного интереснее, потому что, возможно, мы могли бы сделать что-то подобное. Позвольте мне снова уменьшить масштаб. Позвольте мне вернуться к моему коду здесь. И позвольте мне изменить это и сосредоточиться сейчас на индекс. HTML досье. Вместо этого заполнителя, почему бы нам не пойти дальше и не создать себе форму, с которой мы немного играли в прошлом, будь то для Google или чего-то еще. А давайте Сделаем эту форму. И внутри этой формы давайте введем данные. И название этого ввода будет цитирую без кавычек имя. Так что это тоже сбивает с толку. Но у входных данных есть атрибуты имени. Но это имя человека. Поэтому я говорю здесь имя равно имя. Так что это просто запутанный мир семантики. И позвольте мне сделать это текстовое поле по умолчанию. А затем позвольте мне дать себе кнопку, тип который по умолчанию будет отправить. И название этой кнопки будет, например, приветствие. Так что давайте посмотрим, что здесь произойдет. Но позвольте мне изменить тип. Пой просто быть оригиналом проще. Я сейчас не буду вставлять никаких заполнителей. И я собираюсь даже избавиться от этого. Я просто перемотаю это к первой версии для простоты. Давайте теперь изменим URL-адрес чтобы избавиться от Картера и меня. Поэтому мы просто заходим и нажимаем ввод, и теперь у нас снова супер простая форма. Хорошо, это не очень удобно для пользователя, но мы можем сделать несколько приятных улучшений. Например, мы можем, например, отключить автозаполнение, особенно если я хочу вести Дэвид и Картер вручную, и я не хочу, чтобы это заканчивало мою мысль во время урока. Мы можем сделать автофокусировку, при которой курсор по умолчанию мигает, и это хорошо, потому что тогда человеку не придется с этим сталкиваться. И тогда у нас даже может быть атрибут заполнителя. Заполнитель равно имя, чтобы это было похоже на встроенные инструкции для этой вещи. И теперь, если я вернусь на другую вкладку, ничего не изменится, потому что мне придется снова загрузить HTML-код. Перезагрузить хорошо. Теперь он немного более удобен для пользователя. Здесь написано имя светло-серым цветом. Курсор мигает, и я вроде как готов к работе, но эта форма еще никуда не подключена, так что давайте сделаем это. Давайте, например, предположим, что действие этой формы не будет чем-то вроде google.com что мы и сделали в прошлый раз с Forkets. Теперь я буду одновременно и фронтендом, и бэкендом этого веб-сайта. Фронтенд это то, что видит человек, веб-страница, графика формы. Бэкенд это то, чего человек обычно не видит. Код Python, код SQL, сам сервер. Но теперь я контролирую обе стороны работы HTML, а также корни. Так что давайте просто предложим изобрести наш собственный маршрут, и вместо того, чтобы называть его поиск, как это делает Google, давайте назовем его приветствие. И позвольте мне уточнить, что метод, который будет использоваться в этой форме, который технически используется по умолчанию, будет gets. И что сбивает с толку, это строчные буквы get. Хотя в конверте, о котором мы продолжаем говорить виртуально, на самом деле это заглавные буквы. Опять же левая рука не разговаривала с правой, когда решались эти вопросы. Хорошо, поэтому все, что я сделал, это создал веб-форму, которая отправит любое значение текстового поля на маршрут под названием приветствие. По умолчанию Поскольку нет ни HTTP, ни доменного имени, приветствие будет считаться не google.com, но каким бы ни был URL-адрес моего собственного сервера. Так что каким бы ни был URL-адрес моего кодового пространства, это будет неявный префикс. This grid это всего лишь маршрут. Так что теперь давайте вернемся к versus кодом app.py file. Как мне теперь сшить это вместе? Что же я думаю, мы готовы к этому индекс? HTML. Если индекс HTML цель моей жизни, просто выплюнуть эту форму, мы закончили с одним из моих маршрутов. Но если я хочу, чтобы у меня был второй маршрут ⁇ приветствие ⁇ который фактически выплевывает приветствие пользователю, давайте подготовим и этот шаблон. Позвольте мне пойти дальше и выделить весь этот HTML. Позвольте мне вернуться в окно моего терминала и в мой каталог Hello, а затем в мой каталог шаблонов. И позвольте мне создать еще один шаблон под названием Grid. HTML, цель жизни которого будет заключаться не в том, чтобы показать форму, а в том, чтобы поприветствовать пользователя приветствием такого-то. Итак, в этот файл я собираюсь вставить все тот же HTML но я собираюсь избавиться от формы и по сути вернуться к нашей предыдущей версии «Привет, запятая». И затем использовать синтаксическое имя Джинджа. Итак, один шаблон. Индекс. HTML – это для проформы. Теперь второй шаблон предназначен для приветствия «Привет» через запятую такой-то. Но в остальном эти файлы, обратите внимание, почти одинаковые, за исключением того, что у одного есть форма, а у другого просто «Привет». Так что давайте закончим это веб. Пай. Позвольте мне перейти сюда после пары стилистически пустых строк, позвольте мне сделать приложение. Маршрут без кавычек, приветствую, но я мог бы называть этот маршрут как угодно. Я просто использую разумный глагол. Тогда давайте определим другую функцию. Я мог бы назвать функцию как угодно x, y или z. Я собираюсь назвать ее более разумным приветствием. Никаких аргументов. А теперь вот код, в котором я хочу отрисовывать шаблон. Так что я возвращаюсь, отрисовываю шаблон, приветствую. HTML. Но мне нужно сделать еще одну вещь. Что еще я хочу сделать, если я хочу грид? HTML, чтобы иметь доступ к имени человека, просто для краткости. Я думаю, что мы уже решили эту проблему, но я удалил ее. Но что я должен добавить обратно? Да, да, так что я должен как-то передать заполнитель. Так что я могу сделать это парой разных способов. На этот раз я сделаю это немного элегантнее. Я просто поставлю там свое имя, аргумент и установлю его равным request. Аркс, Get, цитирую без кавычек, имя мир. Раньше я использовал отдельную переменную, но я использовал ее только в одном месте, так что в этом нет строгой необходимости. Так что это тоже хорошо но если это станет немного утомительным, обратите внимание, что я могу сделать это в качестве альтернативы. Я могу создать реальную переменную с именем name, а затем передать аргумент с именем name со значением, которое является этой переменной. Но опять же в чем здесь на самом деле смысл? Все это было немного красивее на одной строчке. Так что это точно те же самые вещи, я просто пытаюсь еще больше усложнить ситуацию. Хорошо, так что же только что произошло? Если я вернусь к своей форме, это все еще индекс. HTML. Если я перезарядлю его, ничего не изменится. Если я веду свое имя, в эту форму, еще раз обратите внимание, URL-адрес, по которому я сейчас нахожусь, это то, что Chrome скрывает технически по умолчанию. Хотя в наши дни многие браузеры просто скрывают ненужные символы. Но посмотрите, что произойдет сейчас, если я пролистаю страницу сюда и нажму приветствие на этой новой форме. Заметили? Мой URL адрес мой маршрут изменен на приветствие. Имя равно Дэвид. И в теле страницы в левом верхнем углу написано: Привет, Дэвид. Так что это именно то, как google.com работает, и именно так мы реализовали HTML в прошлый раз. Но вместо того, чтобы отправлять форму в Google через форму, я отправляю ее самому себе, своим собственным маршрутом. Поэтому я внедряю свой собственный бэкэнд для того же самого фронтенда. Хорошо, у вас еще есть вопросы? Конечно, гораздо менее интересно, чем у Google, но теперь у нас вроде как есть вся проводка. Есть вопросы? Нет. Хорошо, так что же мы можем сделать, чтобы еще больше ужесточить это и придерживаться некоторых конвенций. Что же позвольте мне предложить, чтобы в этой версии мы решили одну проблему? И даже если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, я осмелюсь предположить, что у нас достаточно недель CS50, где если я покажу вам индекс. HTML еще раз и поприветствуем. Опять же, скорее всего, кому-то покажется, что есть возможность для улучшения. Почему это веб-приложение, каким бы суперпростым оно ни было, на данный момент, возможно, плохо разработано? И ответ кроется где-то в этих двух шаблонах индекс. HTML и Grid. HTML. Да, они почти точно такие же, за исключением содержимого тела. И в этом не было ничего особенного, там всего две страницы. Так что же я скопировал, вставив это один раз? Но представьте себе теперь обычный веб-сайт, или даже ваши домашние страницы, на которых было 3, 4 или более страниц. Я имею в виду, что на данном этапе вы просто копируете и вставляете все, честно говоря, как вы, вероятно, обязательно делали для своей домашней страницы. Почему? Потому что когда у вас есть только HTML, может быть C и даже JavaScript. Все, что вы можете сделать, это копировать, вставлять, копировать, вставлять и просто убедиться, что у вас одинаково. Структура. Может быть, у вас один и тот же C-файл, один и тот же файл JavaScript. Одни и те же сторонние библиотеки, но это очень-очень раздражает. Как вы возможно уже поняли, просто вносить изменения, которые влияют на все. Так не было бы неплохо исключить все это и все это и просто позволить телу измениться. Так что здесь тоже есть то, что позволяют нам делать Flask и другие эквивалентные фреймворки. Это позволяет нам создавать то, что мы будем условно называть макетом. Так что я собираюсь пойти дальше и сделать это. Я собираюсь скопировать в последний раз все тот же HTML-код. Я зайду в окно своего терминала и создам по соглашению файл, называемый Layout. HTML. Это действительно будет своего рода план действий. И в макете HTML я собираюсь вставить весь тот же код. Но теперь я собираюсь использовать синтаксис Jinja, чтобы указать, что я не хочу подключать здесь только переменную, такую как имя. Я хочу фактически подключить содержимое целого другого файла. Поэтому вместо того, чтобы просто использовать фигурные скобки, две из них слева и справа, я должен использовать немного другой синтаксис, чтобы сказать, что мне нужен целый блок HTML здесь из какого-то другого файла. И способ сделать это, даже если синтаксис немного не очевиден, заключается в том, что вы используете открытые фигурные скобки, знак процента, блок. Затем вы можете называть следующее слово как угодно. Это просто должен быть специальный тип заполнителя для реального файла, а не просто для переменной. Я буду называть его телом только потому, что я нахожусь в теле. Поэтому я хочу, чтобы заполнителем было все тело. А затем за пределами этого вы говорите одним словом, без пробелов конечный блок. Так что это выглядит немного глупо, честно говоря. И почему у нас еще более уродливый синтаксис? Опять же, просто разные разработчики программного обеспечения в мире выбирают свой собственный синтаксис для своих собственных библиотек. Так что все они выглядят по-разному, но все они похожи по духу. И вы просто привыкаете видеть разный синтаксис. Это и близко не так красиво, как пара фигурных скобок для переменных но именно так я могу сказать, что вставляю сюда содержимое целого файла. А теперь что это позволяет мне делать? Теперь я могу вернуться в свою индекс. HTML файл, который на данный момент все еще выглядит так, но почти все это копипаст. Единственные строки, которые интересны и отличаются друг от друга, это эти четыре строки здесь в теле. Так что, что я действительно могу сейчас сделать, так это выделить это и вырезать, а затем я выделю все остальное и просто удалю весь файл. И я собираюсь использовать тот же синтаксис и сказать, а затем я завершу свою мысль и закрытой фигурной скобкой. Таким образом, этот синтаксис, как вы, возможно, только что предположили, теперь говорит, пожалуйста, расширьте все, что угодно layout. HTML похоже на TO. Это оригинальный чертеж, форма, из которой я хочу сделать эту веб-страницу. А теперь здесь синтаксис тоже немного странный, но похожий, по крайней мере, по сравнению с предыдущим. Теперь я могу сказать, что блок, основной блок, который я хочу, чтобы вы включили в этот макет, будет представлять собой все, что находится между этими двумя тегами, которые мы уже видели ранее. Но в layout. HTML они как бы дают заполнитель. В индекс HTML это то, что я собираюсь подключить и к другим заполнителям. Так что я просто добавлю себе немного дополнительных пробелов. Я собираюсь вставить HTML код, который там был. Если я хочу прояснить, что происходит, я могу сделать отступ, хотя это не имеет никакого функционального влияния. Но это просто дает понять, что так же, как и в HTML, вы можете открыть тег Jinja и закрыть его. Но в Jinja здесь у нас есть вот это, Эй, Python, вот тело этой страницы. Эй, Python, это все для тела этой страницы. И все это должно быть подключено к этому основному родительскому макету, если хотите. По общему признанию это супер уродливо, но теперь, по крайней мере, все становится намного менее избыточным, потому что я собираюсь сделать то же самое здесь. В Grid. HTML это выглядит примерно так. Но теперь я собираюсь сделать это, расширение, компоновку. HTML тоже, как и раньше. Тело, которое я хочу подключить, будет всем, что находится внутри этих меток здесь. И это тело будет просто привет, имя в фигурных скобках вот так. Так что, опять же, уродливо, синтаксис быстро стал действительно уродливым. Но сейчас он просто следует этим шаблонам. И у нас есть два типа заполнителей. Две фигурные скобки для переменных. А теперь такой синтаксис со знаками процента и одинарными фигурными скобками для содержимого реальных файлов. И поэтому сейчас в этом мире или в мире домашней страницы. Если бы вы использовали Flask и Python, чтобы создать свою личную домашнюю страницу со всеми этими различными страницами, вы, вероятно, разработаете один основной макет со всеми вашими красивыми логотипами, цветами и шрифтами, а также с тем, как вы хотите, чтобы сайт выглядел. И тогда каждая из ваших небольших страниц теперь будет разделена только на эти более мелкие фрагменты. И независимо от того, используете ли вы Python. Java JavaScript или другие языки. У всех разных языков программирования есть популярные фреймворки которые делают подобные вещи идея у всех них одна и та же. Хорошо, давайте посмотрим, сработает ли это. Давайте вернемся в браузер. Позвольте мне вернуться к моему маршруту. Там та же самая форма. Позвольте мне ввести имя Дэвид и ввести. И нажать «Приветствие». И действительно, я вижу «Привет, Дэвид». Я вижу, что приветствие было автоматически добавлено браузером в URL-адрес, когда я отправлял форму, за которым следует пара ключ значения. И если я просмотрю исходный код страницы, как я делал ранее, вы увидите, что у вас есть весь этот макет с подключенным «Привет, Дэвид». Тем временем, если я вернусь к форме и просмотрю исходный код этой страницы, вы увидите точно такой же макет, но с подключенным тегом формы. И вот здесь вы можете быть немного менее придирчивы к стилю. Окей, да, технически это не имеет отступов внутри корпуса, но это было относительно исходного файла. Так что на данном этапе игры вам не нужно беспокоиться о том, что ваш выведенный HTML-код выглядит супер красиво. Вы хотите, чтобы ваш исходный код, который видят люди, был красивым, а не браузер. Это не стилистическая проблема. Хорошо, вопросы по этим возможностям тогда колба? Или проблемы, которые мы только что решили и почему. Да. Хорошо. Так что если файлы, о которых идет речь, находятся в разных папках, например, если я вернусь на свою страницу индекса, на которой есть форма, корни здесь полностью зависят от того, что находится веб. Пай. Когда речь заходит о реализации веб-приложения, больше нет понятия папки. В более общем плане это маршруты. Однако и мы еще этого не сделали, вы можете поместить свой статический контент, ваши изображения, ваши видеофайлы, ваши C-файлы в папку, называемую статической. И там могут быть вложенные папки, в которых они находятся. И это повлияет на то, что вы используете в качестве исходных атрибутов для изображений или ваших исходных тегов для видео или любого из этих видов активов. И мы увидим это в конечном итоге дома в следующей задаче. Есть еще вопросы по поводу того, что мы только что здесь сделали. Да. Хороший вопрос, как мне. Как мне убедиться, что веб-приложение запускается в форме, а затем переходит на страницу приветствия? Поэтому, чтобы вы не решили, ваш маршрут индекса по умолчанию, например, неявная косая черта. Это то, что будет отображаться, когда пользователь посещает доменное имя, на котором размещен ваш веб-сайт. Так что, если я вернусь сюда, чтобы пай, потому что мой маршрут предназначен для возврата индекс HTML, именно поэтому пришел такой ответ. Хороший вопрос. Хорошо и так, помимо этого, давайте рассмотрим сейчас вопросы конфиденциальности. И мы коснемся этого тоже, когда мы перейдем к таким проблемам, как корзины для покупок и файлы коки, если я увеличу URL-адрес здесь. Хотя сам URL-адрес немного длинный, уродливый и загадочный, но когда я набираю свое имя и нажимаю приветствие, конечно, мы продолжаем видеть имя равно Дэвид в URL-адресе. В каком смысле это может быть плохим дизайном? Или в каких веб-приложениях вы могли бы не хотеть, чтобы имя отображалось в URL-адресе таким образом. Потому что это то, что делает Google. И это то, что делает мое приложение. Да. Да, поэтому если я вхожу в систему с именем пользователя и паролем, я мог бы представить, что они отображаются в URL-адресе после знака вопроса. Где имя пользователя равно малан и пароль равно 12345, но тогда все мои любопытные братья и сестры должны сделать. Это просмотреть историю моего браузера и бум. Это прямо там, чтобы они могли скопировать и вставить. Так что это не кажется особенно безопасным. Или если кто-то проходит мимо вас в кафе, он может просто посмотреть на ваш URL-адрес, если он отображается браузером, и он тоже его видит. Так что get не обязательно лучше глагол для использования даже если он используется по умолчанию при отправке форм как правило когда у вас есть что-то удаленно конфиденциальное или что-то крупное будь то пароль номер кредитной карты, изображение или видео, которое вы загружаете в Инстаграм. Или на YouTube, или на любой подобный сайт. Вы не хотите, чтобы данные попадали в URL. И, к счастью, на самом деле есть простой способ это исправить. Я могу зайти в свою форму, которая в настоящее время является индекс. HTML, и я могу просто изменить метод с get на пост. Здесь в нижнем регистре, но глагол в виртуальном конверте, который мы обсуждали на прошлой неделе, сам по себе будет заглавным POST. Теперь, к сожалению, посмотрите, что здесь происходит. Позвольте мне перейти к моей первоначальной форме, вернувшись к root, и Я перезагружаю страницу, чтобы убедиться, что я получу самый последний свежий HTML. И просто для подтверждения здесь, да, если я просматриваю исходный код, метод теперь пост. Так что позвольте мне пойти дальше и вести David Now и нажать приветствие. И до того, как мы увидели Hello David. Но теперь я получаю сообщение метод запрещен. И это несколько тонко, но в названии вкладки обратите внимание, что это ошибка 405, которая вам, наверное, не знакома. Почти все из нас видели, что файл 404 не найден. Оказывается, метод 405 немного более загадочный. Глагол HTTP запрещен. Почему? Потому что по умолчанию мой app.py только в настоящее время поддерживается GET по умолчанию как мне поддержать пост. Мне просто нужно немного больше синтаксиса. Так что позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. Позвольте мне перейти к App. сейчас же. И после изменения формы мне просто нужно сообщить Flask, что метод, который я хочу использовать для этого замечательного маршрута, не должен быть по умолчанию, то есть только get. Я хочу, чтобы он использовал эти методы. И для этого требуется второй аргумент, называемый методами, значением которого является список, значение по умолчанию которого равно, цитирую без кавычек, get. Так что это значение по умолчанию. Это не внесло Никаких изменений. Но если я хочу вместо этого поддержать пост, я могу явно передать список с одной строкой в нем POST, вместо этого. А теперь что это значит? Мы не говорили об этом подробно на прошлой неделе, но внутри этого виртуального конверта, как правило, находится такая строка, как GetSearch. Q равно cats после знака вопроса. Если вы хотите скрыть такого рода информацию ради конфиденциальности или потому, что вы хотите загрузить изображение, которое просто не имеет смысла указывать в URL-адресе. По сути, часть истории будет заключаться в том, что компьютер заглядывает глубже внутрь этого виртуального конверта. И все, что отправлено сообщением, проходит ниже HTTP заголовков, например, глубже в этом конверте. Так что они все еще там. Они просто не видны посторонним глазам в собственном браузере пользователя. Поэтому просто внеся это изменение в HTML, попросив браузер отправить данные по почте, изменив App.py, чтобы указать маршрут для получения данных по почте, Теперь я могу вернуться на свою другую вкладку. Позвольте мне вернуться на исходную страницу. Позвольте мне перезагрузиться, чтобы у меня была последняя версия HTML. И действительно посмотрите исходный код страницы. Это все еще. Да, это все еще пост. Но теперь, когда я набираю DVID и нажимаю поприветствовать, это работает. Но-но-но, обратите внимание на намек на конфиденциальность. Я нахожусь на маршруте приветствия, но где мое имя? На самом деле его там нет. Оно все равно отправилось на сервер. Но теперь его нет ни в вашем автозаполнении, ни в вашей истории в целях конфиденциальности. Вопросы теперь по почте? Да, нет, просто царапаю. Хорошо, вы, программист, можете это увидеть. Что же, позвольте мне показать вам пару других функций Chrome, Chrome, Safari и других браузеров. Я продолжаю просматривать исходный код страницы, который просто показывает вам версию вашего HTML только для чтения. Но вспомните, что в прошлый раз я фактически щелкнул правой кнопкой мыши и перешел к проверке или просмотру инструментов разработчика. И это открывает гораздо более причудливую версию инструментов разработчика. И здесь в разделе элементы вы видите все. И это красиво и красиво напечатано, это иерархично, это сворачивает вещи в эти кликабельные треугольники, но это точно то же самое. Это просто более интерактивно. Но обратите внимание, что я могу сделать сегодня вот что. Если я перейду на вкладку «Сеть здесь» и позволю мне немного уменьшить масштаб. Позвольте мне продолжить и повторно загрузить форму здесь, снова ввести «Дэвид» и нажать «Приветствие». Обратите внимание, что теперь на вкладке «Сеть инструментов» разработчика Chrome я вижу несколько вещей, которые мы видели раньше. Во-первых, я вижу, что метод запроса «Пост». Два, я вижу, что сервер автоматически без моего написания какого-либо кода для этого возвращает 200 при успешном выполнении. Но я могу прокручивать страницу вниз, 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 вниз. И вы увидите, что в конце концов после всех этих печений подробнее об этом позже. Если я нажму на полезную нагрузку на второй вкладке рядом с заголовками, вы как разработчик сможете увидеть, что на самом деле было отправлено на сервер. Действительно это так. Это будет очень полезно, например, при выполнении девятого набора задач, возможно, в ваших заключительных проектах. Если вы хотите видеть, что происходит из браузера на сервер. У вас есть полный контроль над всей этой информацией. Даже если вы используете HTPS, потому что ваш браузер и вы, разработчик, безусловно, можете видеть все это. Итак, опять же, эти инструменты разработчика, несмотря на то, что в них много вкладок и кнопок, которые вам, вероятно, не понадобятся в ближайшее время. Некоторые из них, такие как элементы сети консоль JavaScript, будут очень полезны для начала знакомства. Хорошо, у вас есть какие-нибудь вопросы по этому поводу? Вообще что-нибудь есть? Нет. Хорошо, как насчет одного заключительного примера приветствия, который связывает некоторые из этих вещей воедино. Как насчет того, чтобы сейчас мы попытались еще больше ужесточить ситуацию только в ожидании чего-то вроде набора задач 9 или действительно более сложных веб-приложений, в которых у вас может быть не 2, а 20 или может быть даже больше разных маршрутов. Было бы идеально просто свести к минимуму общее количество маршрутов, которые у нас есть, чтобы мы не были слишком перегружены. И я осмелюсь сказать, что эти два маршрута такие короткие, может быть я смогу объединить их в один. И может быть я смогу держать пользователя по одному и тому же URL адресу, но просто для того, чтобы навести порядок. Так что позвольте мне предложить сделать это вместо этого. Позвольте мне избавиться от моего маршрута приветствия и позвольте мне войти в свою форму в индекс. HTML и позвольте мне пойти дальше и просто сделать так, чтобы действие этой формы по-прежнему было косой чертой. Я хочу, чтобы форма была видна по косой черте индексу сайта. Но я также хочу, чтобы форма отправлялась сама по себе. Хотя бы потому, что я не хочу вводить другой маршрут, такой как приветствие, который в конечном итоге действительно будет убедительным, так что у вас нет одного корня для всего, что вы хотите, чтобы ваш веб-сайт делал. Так что технически это тоже действие по умолчанию, и если я откажусь от действий, произойдет то же самое. Но позвольте мне перемотать назад и перейти к App.py, чтобы посмотреть, как мы можем это осуществить. Хорошо, если если я хочу, чтобы мой единственный маршрут поддерживал оба метода, я могу сказать метод ⁇ равно ⁇ а затем список с get и post в любом порядке. Но я сохраню их в алфавитном порядке вот так. Теперь Python говорит ⁇ Эй, этот маршрут должен обрабатывать запросы get и post в одном и том же месте. Давайте теперь перейдем к этой функции. Я как бы хочу сказать эквивалент этого ⁇ Если get ⁇ то я хочу вернуть форму. Иначе, если пост, я хочу вернуть шаблон рендеринга grid. HTML с именем пользователя. Но это еще не полный код, но я думаю, что смогу это сделать. Я собираюсь продолжить и сохранить следующее. Я собираюсь продолжить и сказать, что если request. метод равно равно get, то действительно верну индекс. HTML. Я, если запрос. Метод равно равно сообщение, тогда продолжайте и возвращайте grid. HTML. Однако этого недостаточно потому что я все еще хочу передать этот заполнитель. Поэтому позвольте мне снова добавить обратно name равно request. Arcs, get, кавычки без кавычек, имя, а затем значение по умолчанию world. Что это теперь для меня значит? Хорошо, позвольте мне вернуться на мою другую вкладку здесь. Позвольте мне закрыть инструменты разработчика. Позвольте мне вернуться к форме здесь. Позвольте мне перезагрузиться, чтобы убедиться, что у меня есть последняя версия. Позвольте мне просмотреть исходный код страницы, просто чтобы убедиться, что у меня есть последняя версия. И да, у меня есть последняя версия, потому что там все еще написано пост. Но теперь там написана косая черта. И давайте посмотрим посмотрим, что теперь произойдет. Если я веду свое имя Дэвид, ранее это было отправлено по почте, так что я не видел никакого имени или его значения в URL-адресе, но я попал в грид. Но если действие теперь касается, черта, я нажимаю «Приветствие», Обратите внимание, что это все еще вроде как работает. Я вижу привет, мир, хотя это не совсем сработало. Так что мы вернемся к этому вопросу через мгновение. Но обратите внимание, что URL адрес заканчивается просто косой чертой. И опять же, Chrome скрывает косую черту, потому что это все, что там есть, но в данном случае она не заканчивается на имя равно Дэвид или имя равно мир. Теперь обратите внимание и на это. Если я перезагружусь, то получу это предупреждение. Вы хотите подтвердить повторную отправку формы. На странице, которую вы ищете, использована введенная вами информация. Возврат на эту страницу может привести к повторению любого вашего действия. Вы хотите продолжить? Возможно, вы видели это на сайтах, которые вы действительно посещали, где вы нажимаете перезагрузить, и вам предлагается подождите минутку, вы хотите это сделать. Скорее всего, вам было предложено перезагрузить явно, потому что почему? Все, что вы только что сделали, было отправлено, а не получено. И по соглашению, помимо того, что сообщение используется в целях конфиденциальности, чтобы скрыть ваше имя пользователя, ваш пароль, номер вашей кредитной карты и тому подобное. Помимо того, что пост используется для загрузки больших файлов, таких как изображение или видео, он также используется по соглашению для внесения изменений на сервер. Добавление чего-либо в вашу корзину покупок, добавление чего-либо в базу данных. В то время как GET как следует из названия, это получение информации, а не размещение или отправка информации вместо этого. Так что это означает, что Chrome немного осторожен, потому что если вы только что зарегистрировались на Amazon, а затем нажали «Перезагрузить», вы не захотите случайно снова купить ту же книгу, так сказать, хотя у Amazon и модных веб-сайтов есть и другие средства защиты, чтобы избежать этой проблемы. Теперь, однако, здесь есть ошибка. Он говорит «Привет, мир» вместо «Привет, Дэвид», и на самом деле мгновение назад он сказал бы то же самое, но я просто не стал повторно тестировать код и раскрывать вам так много. А если бы и заметил, то даже не заметил, что там написано ⁇ Привет ⁇,⁇ Мир вместо ⁇ Привет ⁇ Дэвид. Оказывается, что ⁇ Реквест ⁇ Arx используется только для GET. При использовании GET Request. Arx – это словарь, содержащий все ваши пары ключ-значения. Но несколько сбивает с толку, что при использовании Posts Flask вам придется зайти в Request. Form. Я понятия не имею, почему это не более очевидные противоположности, такие как просьба. Получите форму запроса и. Извините запрос. Получите и запросите. Это были бы разумные имена. Однако в этом случае у нас есть аргументы request. Args для get и request. Заполните форму для отправки. Хорошо, это легко исправить. Если я вернусь к versus коду здесь, давайте изменим аргументы request. Args на request. Form. Давайте вернемся на мою другую вкладку. Позвольте мне просто перезагрузиться. И знаете что? Я скажу, хорошо, продолжайте повторно отправлять ту же форму, потому что форма была в порядке, это был мой код на Python, который глючил. Нажмите вот сейчас, это доступ к Дэвиду в порядке. Но посмотрите сюда, еще раз, если я нажму перезагрузка, команда R или управление R, я получу тоже предупреждение. Вы уверены, что хотите отправить форму? Да, если я сделаю это вручную с помощью значка перезагрузки, я получу тоже предупреждение, что и раньше. Но если я хочу вручную вызвать запрос GET, что же это нормально? Не нажимайте перезагрузить и не отправляйте тот же запрос. Вместо этого перейдите по своему URL-адресу. Просто наведите туда курсор и нажмите ввод. А теперь обратите внимание, что по умолчанию этот же URL-адрес является GET. Поэтому каждый раз, когда мы с вами вводим URL-адреса в браузеры, GET всегда используется по умолчанию. Только когда вы нажимаете на кнопку, как правило, когда которую программист настроил для использования пост, вы фактически добавляете товары в свою корзину покупок или что-то в этом роде. Хорошо, вот мы и вернулись. И если я сам вернусь далеко назад во времени, то, по-моему, это первое веб-приложение, которое я создал в 1997 году. Так что в то время это был мой второкурсник или около того. Я учился на CS50, я посещал последующий класс под названием CS51, который представляет собой другой тип программирования. А затем я в значительной степени выучил сам язык под названием P.O.R.L., который в наши дни несколько менее популярен. Но это другой язык, такой же, как Python, как Java, как JavaScript, как и другие, которые можно использовать для создания веб-приложений. В то время интернет был очень молод, и процесс, с помощью которого студенты, мои одноклассники, могли зарегистрироваться на первый год учной спортивной программы, он же М.С. должен был взять лист бумаги написать на нем свое имя и адрес электронной почты, и пройти по нему через двор в Вигглсворт, я полагаю, где жил Проктор. И вы подсунули бы листок бумаги под дверь, и именно так мы подавали бланки в мое время. Так что это была возможность, даже в 1997 году, перенести все в интернет. И веб-сайт продолжал жить, я думаю, до 2007 года. Я нашел это в интернете, и с тех пор это стало чем-то другим. Но это был веб-сайт, через который люди могли регистрироваться для занятий спортом, и люди могли регистрировать результаты различных игр и все такое. Итак, в то время я даже ничего не знал о базах данных, это были просто CV-файлы, в которых я хранил данные. Но там были HTML-формы. И SPOrl языком того времени был способ делать именно те вещи, которые мы только что делали с Flask. И поэтому я подумал, что мы должны реализовать немного менее уродливую версию этого. Повторяющиеся графические фоны были в моде в 1997 году, как вы можете видеть здесь. Но это была эстетика того времени, включая так называемую мигающую метку. Так что давайте по крайней мере сосредоточимся на функциональности этого веб-сайта, а не столько на эстетике. И посмотрим, сможем ли мы реализовать некоторые технические решения для реального решения репрезентативной проблемы в реальном мире. Будь то для очных занятий спортом первокурсников или что-то еще в этом роде, где вы получаете данные от пользователей и каким-то образом обрабатываете их. Так что позвольте мне перейти к Versus Code. Позвольте мне создать новый каталог под названием Froshims, просто чтобы мы могли хранить весь этот код в своем собственном каталоге. Позвольте мне войти в Froshims. Позвольте мне предварительно создать еще один каталог называемый шаблонами, в котором наши шаблоны наши. HTML-файлы действительно должны жить. И в конце концов я собираюсь пойти дальше и создать два файла минимально app, и индекс, html. Так что давайте сделаем первый из них app. Pi будет жить в моем каталоге Froshims, и я просто собираюсь воссоздать что-то очень простое, как мы это делали ранее. Итак, из Flask в нижнем регистре импортируйте Flask за главные буквы, Отрисовайте шаблон, а также запросите. Первая строка такая же, как и раньше. Позвольте мне затем присвоить себе переменную с именем app, установить ее равной вызову функции flask за главные буквы f. С подчеркиванием подчеркиванием именем подчеркивание подчеркивание а затем позвольте мне указать маршрут для косой черты, как и раньше с функцией индекса. Хотя, опять же, я мог бы называть это как угодно. И на данный момент давайте вернем шаблон рендеринга, цитирую без кавычек индекс. HTML как будто это существует. Так что на самом деле это не столько веб-приложение, сколько на данный момент просто создания HTTP сервера для одного файла. Давайте теперь на другой вкладке создадим файл шаблонов, который называется индекс. HTML. И я собираюсь сэкономить себе несколько нажатий клавиш. Позвольте мне скопировать и вставить с более раннего почти весь макет, который был раньше. Я заранее изменил название на Froshims вместо Hello но это по сути тот же шаблон. И на данный момент, однако, потому что я нахожусь в индекс HTML, я пока не собираюсь использовать расширение или что-то из этих причудливых блочных штучек. Я просто собираюсь пойти дальше и создать относительно простую форму, с помощью которой в те времена мои одноклассники могли зарегистрироваться для занятий очными видами спорта. Так что давайте продолжим, и я предложу нам сделать это. На этой странице у нас будет форма, действием которой будет маршрут, называемый регистрация хотя я мог бы называть это как угодно. Это будет несколько конфиденциально, поэтому я собираюсь использовать пост вместо get, Просто чтобы люди случайно не зарегистрировались, дважды нажав перезагрузить без предупреждения. Внутри этой формы давайте продолжим и дадим им ввод, при котором автозаполнение будет отключено, как всегда, ради демонстрации. Автофокусировка, чтобы курсор изначально перемещался туда. Название этого поля будет буквально имя, потому что мне нужно имя моего одноклассника, если он захочет зарегистрироваться для занятий каким-либо видом спорта. Заполнителем снова будет, цитирую без кавычек, имя, просто чтобы они увидели какие-то серые инструкции. И тип этого поля действительно будет текстовым, как и раньше и тогда мне нужно дать им возможность зарегистрироваться для нескольких видов спорта. почему бы нам не сделать это проще как в те времена баскетбол футбол и алтимат фрисби были тремя видами спорта, которые мы поддерживали. и поэтому позвольте мне сделать это и вы возможно не видели этого раньше, если бы не начали самостоятельно работать с формами но я могу создать меню выбора, иначе известное как выпадающее меню, в HTML, внутри которого есть целая куча опций. И каждая опция обычно следует этой парадигме, значение опции, а затем фактический текст, который видит человек. Так что ценность этих опций будет такова, как насчет того, чтобы мы играли в баскетбол как единое целое. И я хочу, чтобы человек видел буквально то же самое. Хотя, как и в случае со ссылкой в HTML, они могут быть разными, но я собираюсь оставить их прежними. Другим вариантом будет, скажем, футбол. И ой, позвольте мне исправить мои цитаты. И этот человек увидит точно то же самое, хотя он мог бы сказать что-то другое. И наконец значение будет: цитирую, без кавычек, Алтимат Фрисби, и люди увидят там то же самое Алтимат Фрисби. Хорошо, таким образом мы создадим, как мы скоро увидим, просто выпадающее меню с тремя отдельными опциями. Если я хочу, чтобы студенты могли отправить это прямо сейчас, позвольте мне дать им кнопку «Тип который отправить». А эта кнопка будет похожа на надпись Реджеста на ней. Так что я думаю, у нас все хорошо. Это всего лишь HTML, никакой Python, никакой Flash как таковой, за исключением рендеринга этого же шаблона. Так что позвольте мне зайти в окно моего терминала. Позвольте мне запустить флеск внутри этого каталога, потому что вместо этого мне нужно обслуживать это приложение. Я увижу некоторые уродливые выходные данные, включая мой собственный URL-адрес. И если я наведу на него курсор, а затем открою этот URL-адрес, то теперь я должен увидеть более интересную форму. В ней есть не только поле для их названия, но и это выпадающее меню со всеми тремя видами спорта. Возможно, это не самый лучший пользовательский опыт на данный момент, потому что я чувствую, что склоняю людей к регистрации на баскетбол. Возможно, потому что он установлен по умолчанию. Я имею в виду, что в настоящее время во многих бланках есть пустой заполнитель для формы. Так что это всего лишь эстетическая вещь, но я могу это сделать. Позвольте мне вернуться к той же форме и себе просто пустую опцию вверху которую на самом деле я собираюсь отключить таким образом технически вы не можете выбрать его проактивно но я собираюсь выбрать его по умолчанию и поэтому мы вероятно раньше не видели этих атрибутов html но если я захочу создать эквивалент названия для этого раскрывающегося списка я собираюсь буквально создать автоматически выбираемую опцию с отключенным названием «Спорт». Чтобы вы не могли выбрать ее как таковую, но она есть вверху. Так что если я сейчас вернусь на другую вкладку, перезагрузитесь, только немного красивее, чем раньше. И я не склоняю людей к тому, чтобы случайно зарегистрироваться только на баскетбол. И если я нажму на это, вы увидите, что вид спорта выделен серым цветом и поэтому не выбирается вручную, но я все равно могу выбрать любой из этих трех других. Хорошо, к сожалению, если я веду имя Дэвид и попытаюсь зарегистрироваться, например, на футбол, и нажму «Зарегистрироваться», я попаду в регистрация. И там нет ни вопросительного знака, ни имени, ни вида спорта, так что, вероятно, это действительно сообщение, а не получение, это намеки, но не найдено. Обратите внимание, что на вкладке здесь очень лаконично написано, 404 не найдено. Но почему же это так? Просто для ясности, почему регистрация дала мне 404? В чем здесь логика? Может быть, просто констатировать очевидное или его не существует, верно? Мы еще не сделали этого шага хорошо, так что что-нибудь простое. И поэтому я на самом деле как бы подчеркиваю этот момент, потому что, поскольку вы изучаете множество этих конвенций и некоторые из этих новых синтаксисов, честно говоря, вы просто будете совершать глупые ошибки. Что-то не сработает. Но опять же вернитесь к первым принципам. Почему это не найдено? Хорошо, регистр должен быть шаблоном, возможно, называемым register. HTML. О, я забыл свое приложение. Маршрут. Так что именно так вы должны думать, когда пытаетесь диагностировать эти проблемы в будущем. Хорошо, позвольте мне углубиться в пай и позвольте мне проложить себе здесь второй маршрут. Так что приложение, маршрут, цитирую без кавычек, маршрут тогда позвольте мне определить функцию, называемую как угодно, но я собираюсь назвать ее, извините, не root register. Позвольте мне назвать функцию просто, чтобы быть последовательным register. Так что, но я мог бы называть это как угодно. И на данный момент давайте не будем делать ничего слишком интересного, давайте просто вернем рендеринг шаблона, называемого success. HTML. Давайте пока просто притворимся, что регистрация прошла успешно, независимо от того, кто вы и чем занимаетесь. Теперь мне нужен этот шаблон, и у меня есть только индекс. HTML на данный момент. Так что позвольте мне на самом деле воспользоваться моими лучшими практиками. Позвольте мне скопировать все это. Позвольте мне в отдельном окне терминала, позвольте мне написать код, позвольте мне зайти в мой каталог Froshims и позвольте мне создать новый шаблон под названием Layout. HTML точно так же, как и раньше. Позвольте мне вставить все тот же код. Позвольте мне удалить форму и просто вставить этот большой заполнитель, так что тело блока, а затем конечный блок это все, что я сделал ранее. Это просто своего рода шаблонное соглашение. Все остальное я оставлю прежним. Но если бы я хотел сделать его красивее, я мог бы добавить свой C сверху. Если бы я хотел добавить этот сумасшедший повторяющийся фон, я, вероятно, мог бы сделать это тоже сверху. Так что я могу сделать так, чтобы каждая страница выглядела так же уродливо, как и в мое время, но сегодня мы сосредоточимся только на тексте. Хорошо, так что добавьте теперь, когда у меня есть макет, этот HTML, позвольте мне привести его в порядок индекс. HTML. Мне не нужна вся эта избыточность. Мне не нужны все эти теги вверху. Вместо этого этого напомню, я думаю, мне просто нужны расширения, цитирую без кавычек. Layout. HTML с соответствующими знаками и фигурными скобками. Тогда у меня будет соответствующее тело блока, Хотя я мог бы называть тело как угодно. Но я собираюсь придерживаться своего предыдущего соглашения. И я собираюсь удалить здесь теги, которые мне больше не нужны. Почему? Потому что если я войду в layout HTML, у меня уже есть все мои открытые теги, все мои закрытые теги. Единственное, что я хочу в индекс. HTML это будет то, чему место в теле. Так что заканчивайте блок здесь внизу. И просто чтобы быть педантичным, позвольте мне продолжить и выделить все это. Нажмите Shift-Tab, и это отменит отступ, просто чтобы выровнять ситуацию. Просто для порядка. Хорошо так лучше.

хотя сейчас это выглядит немного загадочно. Но теперь я заложил основу для создания третьей страницы, четвертой страницы, на которых не будет все той же копипасты. Хорошо, так что теперь давайте вернемся к App. Пай. Success. HTML это то, на чем я остановился. Так что хорошо, позвольте мне открыть окно моего терминала. Позвольте мне закодировать шаблон, который называется Success. HTML, чья цель в жизни буквально просто будет состоять в том, чтобы сказать, вы зарегистрированы. Просто для того, чтобы мы увидели какое-нибудь информативное сообщение на экране. Так что эта часть мне все еще нужна. Layout. HTML. Так что там все еще есть немного копипаста, что немного некрасиво, но пусть будет так. Заблокируйте тело этого шаблона и я просто скажу, что вы зарегистрированы. Хорошо, а затем завершите блокировку. Так супер просто. Это просто информационное сообщение, в котором утверждается, что студент зарегистрирован. Хорошо, давайте вернемся к первоначальной форме, которая выглядит вот так. Позвольте мне перезагрузиться, чтобы убедиться, что мой HTML-код перезагрузился. Введите Дэвид, я собираюсь снова зарегистрироваться на футбол, и нажмите «Зарегистрироваться». И, о, интересно, метод запрещен. Так что я больше не получаю 404, я получаю 405В-регистрация. В чем здесь вычет? Как я облажался на этот раз? 405 это прогресс. Да? Так что это не. Заполнитель, я думаю, подойдет. Сейчас речь идет о базовом материале HTTP. Метод был запрещен, не был разрешен. Повторите еще раз так что GET и POST тоже. Так что по умолчанию все эти маршруты Flask просто по умолчанию предполагают GET, потому что это безопасно. Это не позволяет отправлять информацию на сервер совершенно таким же образом. Но если я действительно хочу поддержать POST, напомните, что мы меняем это на методы равно, а затем список S, цитирую без кавычек POST в нем. Так что мне просто нужно включить поддержку этого метода, который является этим HTTP глаголом. Хорошо, давайте вернемся к форме. Перезагрузитесь, просто чтобы убедиться, что я не облажался. Введите мое имя Дэвид, выберите футбол из выпадающего списка, нажмите зарегистрироваться и теперь я не только зарегистрирован по URL-адресу, он утверждает, что я действительно зарегистрирован. Теперь, конечно, это не так, я не сделал ничего интересного. Здесь нет базы данных, нет CV файла, мы скоро к этому вернемся. Но по крайней мере, теперь у меня есть все необходимое, чтобы сделать что-то динамичное, основанное на этом виде спорта. Хорошо, хорошо, как я могу теперь улучшить это. Как насчет того, чтобы мы продолжили и внедрили, сохранили фактических владельцев регистрации в словаре в памяти компьютера. Так что вместо того, чтобы просто утверждать, что они зарегистрированы, давайте на самом деле сделаем запись. И самый простой способ, как мы это сделали несколько недель назад в Python, это просто хранить данные в переменной в памяти. Например, список, словарь, набор, что-нибудь в этом роде. Хорошо, хорошо. Позвольте мне вернуться в версус код и веб. И я думаю, что мне здесь нужно будет изменить маршрут регистрации, чтобы действительно получить полезную информацию. Но прежде, чем я зарегистрирую пользователя, давайте рассмотрим, куда я хочу его на самом деле поместить. И поэтому позвольте мне предложить, как насчет того, чтобы сделать это. В верхней части моего файла позвольте мне объявить глобальную переменную, называемую Registrants, и установить ее равной пустому словарю. Мы уже делали это раньше, когда играли с использованием словарей для хранения пар ключ значения. И я собираюсь предложить нам хранить имена владельцев регистрации в виде словаря. Почему? Потому что я собираюсь сделать это просто. Например, имя будет именем студента, или, извините, ключом будет имя студента. А ценностью будет тот вид спорта, на который они зарегистрировались. Итак, Дэвид и футбол, а Картер и баскетбол, и так что это имеет смысл для словарей из двух колонок, так сказать, поскольку мы часто изображаем это на экране. Так как же я могу использовать этот словарь? Что же позвольте мне сделать это? Здесь в разделе «Регистрация» позвольте мне сначала сделать это. Как насчет того, чтобы получить имя пользователя из request, form, get и установить его равным любому значению name. И я не собираюсь сейчас указывать значение по умолчанию, потому что я не хочу называть студенческий мир или что-то в этом роде странным. Я просто предположу, что он там есть. Давайте тогда создадим еще одну переменную, называемую спорт, и сделаем запрос. Форм. Get цитирую без кавычек спорт, чтобы получить спортивные данные этих студентов. А затем давайте продолжим и сделаем это, в словаре владельца регистрации давайте внесем в него индекс, используя имя студента, и давайте установим его равным любому виду спорта. Итак, у меня есть эти переменные просто для того, чтобы поддерживать порядок в моем коде. И теперь я помещаю пару ключ значения в это. В этот словарь. Хорошо, хорошо. Что же мне теперь делать? И поэтому я продолжу и скажу success. HTML, конечно. Давайте продолжим и сделаем это. Но теперь я думаю success. HTML это значит. Так что позвольте мне вернуться к форме ⁇ Перезарядить оружие ⁇ Позвольте мне вести ⁇ Дэвид ⁇ и ⁇ Футбол ⁇⁇ Зарегистрироваться ⁇ Позвольте мне вернуться и сказать ⁇ Картер ⁇ и ⁇ Баскетбол ⁇⁇ Зарегистрироваться ⁇ Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что я хочу делать дальше. Как насчет того, чтобы я пошел? Позвольте мне проложить себе другой маршрут и давайте поиграем здесь. Итак, приложение, маршрут. Давайте проложим себе еще один третий маршрут, называемый владельцы регистрации, цель жизни которого просто показать мне, кто все эти владельцы регистрации. Именно так, как и следовало ожидать от такого веб-сайта. А затем позвольте мне определить функцию, называемую владельцы регистрации или что-нибудь еще. А затем позвольте мне вернуть рендеринг шаблона, называемого registrants. HTML. И позвольте мне пройти, это довольно мило. Я могу сделать регистранты равно регистранты. Что опять же выглядит странно, но что я делаю? Я предполагаю передать заполнитель, называемый регистранты, значением которого является этот словарь, в котором я собираю все регистрации. Так похоже на заполнитель имени раньше. Но он немного мощнее, потому что теперь это целый словарь, а не просто одна строка. Так что я думаю сейчас, позвольте мне проявить творческий подход. Позвольте мне зайти в мои шаблоны, в папке ⁇ Мои шаблоны ⁇ и давайте сделаем это. Давайте зайдем в окно моего терминала. Давайте создадим еще один шаблон, который называется Registrants. HTML это фактически позволит нам отобразить всех владельцев регистрации. Так что, Layout. HTML просто так я могу позаимствовать все тот же HTML, что и раньше. И давайте определим тело блока точно так же, как и раньше. И внутри этого конечного блока я хочу поместить, я не знаю, список, выделенный жирным шрифтом, или упорядоченный список всех владельцев регистрации. Так как же я могу это сделать? Хорошо, давайте составим неупорядоченный список улиц. И вот тут Джинджи и Фласк в целом становятся довольно интересными. Я хочу, чтобы там было что-то вроде этого Ли, а затем имя студента, а затем Л может быть Ли, да, вот так. А потом может быть спорт, что-то вроде этого но я не прошел по имени, я не прошел по виду спорта, я прошел по всему словарю владельцев регистрации. Теперь в Python, если бы мы просто делали что-то в черно-белом окне терминала и выполняли программу командной строки, вы знаете, у меня, вероятно, был бы какой-то цикл for в Python. Jinja действительно позволяет вам это делать. Поэтому язык шаблонов, как правило, поставляется с очень легкими механизмами для создания заполнителей, выполнения простых циклов, выполнения простых условий. Таким образом, синтаксис Python похож на синтаксис, и он почти идентичен. Так что смотрите, что я могу сделать. Внутри этого неупорядоченного списка, позвольте мне не начинать вручную выводить ни одного ли, позвольте мне использовать этот синтаксис. Тот же синтаксис джинджа, который я использовал для блока, поэтому в фигурных скобках знак процента. И я собираюсь сказать это для имени в регистраторах. Так что это похоже на синтаксис Python для перебора словаря. И теперь это будет выглядеть глупо, но противоположное этому and for. Поэтому в HTML вы используете косую черту. В Jinja вы буквально используете конец слова без пробела, а затем название ключевого слова. Так что конец это то, как вы закрываете это. Но именно здесь создание шаблонов становится действительно крутым. Теперь вы можете сделать ли, а здесь я могу сделать что-то вроде имени этого студента. И все тут. Я оставлю все как есть. И то, что я здесь делаю, это действительно использование шаблона по назначению. У меня есть основные строительные блоки того, как я хочу, чтобы этот вывод выглядел, но благодаря этому небольшому циклу for здесь, благодаря синтаксису джинджа, фигурным скобкам и знаку процента, я собираюсь повторить каждый словарь, печатая имя, 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 имя. И поэтому, если у меня сейчас зарегистрировано двое детей, я увижу двух Ли, Дэвида и Картера соответственно. Так что давайте посмотрим, позвольте мне вернуться на мою вкладку Froshims здесь. И у меня еще нет ссылки, так что мне придется сделать это вручную, как это сделал бы разработчик. Позвольте мне перейти в раздел «Владельцы регистрации», я уменьшу масштаб и нажму «Вот». И вы увидите то, что вероятно тоже увидите, когда впервые совершите ошибку в этом мире. Так где же сообщение об ошибке? К сожалению, внутренняя ошибка сервера не так уж полезна. Но мы действительно говорим вам, что вы видите окно терминала. Так что если я захожу в окно терминала, я уже довольно давно не обращаю на это внимания. И на самом деле у меня открыто два окна терминала, так что я все еще могу использовать команды в командной строке. Но если я вернусь к своему первому окну терминала, известному как Bash, вы увидите в окне вашего терминала при разработки веб-приложений все ошибки, которые вы допустили в самом терминале. Это одна из тех трассировок Python, которая связана с тем, что я здесь облажался. А теперь позвольте мне продолжить. И давайте посмотрим ошибка типа «функция не повторяется». Конечный блок «функция имени не повторяется». Хорошо, так какую же ошибку я допустил. Вот что происходит, когда я не следую своим заметкам и не вношу изменения на лету. Поэтому у меня есть эта переменная в пятой строке, которая называется владельцы регистрации и все в нижнем регистре. Но что же я тогда сделал на лету здесь в строке 22? Я определил функцию, называемую владельцы регистрации. Так что ошибка новичка. Я не должен был этого делать. У меня не может быть переменные функции с одинаковым именем, потому что символы буквально идентичны. Поэтому, чтобы прояснить, что эта переменная здесь на самом деле глобальная, мы будем использовать наше соглашение, как мы часто делали в C, когда у нас была глобальная переменная. Мы будем писать все это из-за заглавной буквы, просто чтобы она выделялась как постоянное значение там наверху. И поэтому Поэтому здесь внизу я собираюсь ввести регистратор за главными буквами. Так что это было глупо, я не хотел ничего путать. Но причина этой ошибки, чтобы быть ясным, заключается в том, что у вас не может быть функции с тем же именем, что и у переменной. Я мог бы просто полностью изменить имя переменной. Я собираюсь пойти дальше и просто написать его с заглавной буквы, чтобы действительно подчеркнуть, что это по сути глобальная переменная наверху. Хорошо, теперь я вернусь в свой браузер. Давайте займемся Дэвидом и футболом. Хорошо, но здесь будут и другие ошибки. Поэтому в строке 17 позвольте мне изменить эту переменную так, чтобы она была написана с заглавной буквы. Потому что на самом деле я хочу поместить ключ и в эту недавно названную переменную, как у всех владельцев регистрации с заглавной буквы. Позвольте мне теперь вернуться к коду versus здесь. Позвольте мне вернуться к форме и начать добавлять новые данные. Позвольте мне зарегистрировать Дэвида на футбол. Нажмите кнопку зарегистрироваться прямо сейчас. И мы должны увидеть, что вы зарегистрированы. Но надеюсь, теперь это действительно в памяти компьютера. Позвольте мне вернуться и зарегистрировать картера на баскетбол. Нажмите кнопку ⁇ Зарегистрироваться ⁇ еще раз. И надеюсь, теперь он зарегистрирован. Если я сейчас изменю свой маршрут вручную на B-Registrants, то есть этот недавно добавленный маршрут, который я создал, и нажму Enter, теперь я вижу, слава богу. Теперь я вижу неупорядоченный список, содержащий все, что есть в памяти компьютера. Поэтому, когда я говорю, что вы зарегистрированы, я как бы имею в виду это сейчас, потому что сервер все еще работает. И в памяти компьютера, в этой глобальной переменной владельца регистрации, находится словарь пар ключ значения. Конечно, в данный момент мы видим только ключи. Так что было бы неплохо на самом деле увидеть и значение. Так что позвольте мне вернуться к Versus коду и перейти к HTML-коду владельцев регистрации. И я просто сделаю кое-что немного грязное. Я просто скажу как насчет того, чтобы сделать это предложением, для которого зарегистрирован. А теперь еще один заполнитель. Я собираюсь написать имя владельца регистрации в скобках. Так что, как и в Python, если владельцы регистрации сами по себе являются словарем, скобка владельца регистрации, а затем ключ, в который вы хотите проиндексировать, также является вполне допустимым синтаксисом. Так что теперь позвольте мне вернуться в раздел ⁇ Владельцы регистрации ⁇ позвольте мне снова нажать ⁇ Перезагрузить ⁇ Так почему же это работает не у всех? В чем ошибка, которую я ввел ранее? Если Дэвид не зарегистрирован ни для кого, а Картер не зарегистрирован ни для кого, но Дэвид и Картер есть в словаре, это хорошо. Значит, некоторые данные там есть. Так почему же там нет никаких данных, связанных со спортом? Ну, первое, что я буквально только что сделал перед всеми вами, это то, что я пошел в веб. По и я уставился на 17-ю строку, думая, как же я все испортил. Я ставлю спорт в качестве значения ключа, которым является имя студента. Хорошо, строка 17 несколько секунд назад казалась мне прекрасной. Поэтому я смотрю глазами на строку 16, и это тоже выглядело нормально. Моя первая мысль была: о, я использовал request, arcs вместо request form, потому что это предполагало бы get вместо post. Но нет, это тоже выглядит нормально. И тогда моим последним инстинктом было: о, боже мой, я испортил html форму. И именно поэтому я вернулся на свою вкладку здесь. Я перешел к исходной форме здесь, затем я просматриваю исходный код страницы. И это может быть не так очевидно для вас, если вы никогда раньше не видели меню выбора. Чего здесь, по-видимому, не хватает, что могло бы объяснить мою ошибку? Да. Меня зовут Бланк. Да, я не называл это поле формы, цитирую без кавычек «спорт». Честно говоря, вы раньше не видели, чтобы я делал это в качестве меню выбора, и оно отличается от этого ввода. Когда у вас есть тег ввода, вы буквально произносите имя равно что угодно на теге ввода. Оказывается, я не знаю, почему я пропустил это раньше. Я, наверное, хотел вернуться к этому. Текселект также может принимать параметр name. Так что если я вернусь к параметру name здесь и вернусь назад и добавлю параметр name, позвольте мне войти в этот шаблон, который индекс. HTML. Позвольте мне добавить имя равно цитата без кавычек «спорт во всех строчных буквах», что отличается от визуальной эстетики этой опции временного отключения, которая предназначена только для того, чтобы сделать вещи красивее для человека. Теперь позвольте мне продолжить, и сначала я зайду в окно своего терминала, и на самом деле я собираюсь нажать кнопку управления C, чтобы полностью остановить сервер. Потому что я хочу выбросить содержимое памяти. И поэтому избавьтесь от того словаря, в котором были Дэвид и Картер и эти неценности. Так что это своего рода очистка памяти компьютера. Я собираюсь повторно запустить флеск кран Я получаю тот же URL адрес, что и раньше. Так что я наведу на него курсор и открою новую вкладку. И на всякий случай я собираюсь просмотреть исходный код страницы. И вот теперь я вижу хорошо, теперь в форме есть и название и вид спорта. Хорошо, теперь я действительно скрещу пальцы, потому что я намерен, чтобы это сработало. Дэвид снова зарегистрируется на футбол. Зарегистрируйтесь, утверждает, что мы зарегистрированы. Я собираюсь вернуться и сделать это снова для картера и баскетбола. Зарегистрируйтесь. У нас по-прежнему нет ссылки, поэтому я собираюсь вручную перейти по URL адресу и изменить зарегистрироваться для владельцев регистрации, как и раньше. Уменьшите масштаб и нажмите ввод. И слава богу, теперь я действительно зарегистрирован должным образом для этого. Так что, о, спасибо вам. Так в чем же дело, спустя 20 лет я все еще пытаюсь внедрить этот сайт. Хорошо и так, теперь у нас впервые есть Python и веб-материалы, Теперь у нас есть правильное веб-приложение. И это не просто повторение «Привет, Дэвид, привет, Картер». Теперь это может сработать для любого из вас. И в настоящее время он обслуживается в частном порядке, но если бы я сделал этот URL общедоступным, я мог бы разместить его в интернете прямо сейчас и позволить любому человеку в мире зарегистрироваться. Но здесь есть некоторые проблемы. Потенциально есть некоторые недостатки в системе безопасности. И поэтому, например, позвольте мне вернуться к веб-форме здесь. И позвольте мне открыть вкладку «Проверка. Инструменты разработчика». И просто напомнить вам, что любой пользователь интернета, не только вы, разработчик, но и противник может видеть весь ваш HTML, видеть весь ваш си видеть весь ваш JavaScript. Но что еще более важно, поскольку все это происходит на стороне клиента в браузере, буквально ничто технически не мешает им изменить HTML-код или по крайней мере его копию. И я сделал это на прошлой неделе с Елем. Я изменил их веб-сайт. Но нет, я изменил свою копию их веб-сайта. Но когда в дело вступают формы, вы, возможно, уже сейчас действительно злонамерены. Потому что, хотя в этом выпадающем меню есть только баскетбол, футбол и ultimate фрисби, Предположим, я действительно хочу зарегистрироваться. Как насчет того, чтобы, скажем, назвать ваш любимый вид спорта? Волейбол. Волейбол. Мы действительно хотим зарегистрироваться на волейбол, но этот сайт мне этого не позволяет. Ну что же, ничто не мешает мне зайти на вкладку «Элементы» в моем браузере, зайти в меню выбора здесь, и знаете что, никто не любит фрисби. Давайте заменим это на волейбол. И давайте изменим это на волейбол, войдите. Я сейчас закрою инспектора. И как вы просили, теперь мы поддерживаем волейбол в форме. Теперь это не изменилось на сервере, если честно, но подумайте о том, как работает HTTP. Когда я заполняю это, скажем, давайте посмотрим имя Берни. Берни действительно хочет зарегистрироваться и на волейбол. На данный момент мой код просто будет доверять тому, что в форме запроса указано то, что было в самой исходной форме, независимо от того, изменил ли ее человек на самом деле. Итак, если я действительно отправлю эту форму и нажму зарегистрироваться для берни и волейбола даже если это не один из поддерживаемых доступных видов спорта. Если я сейчас зайду к владельцам регистрации, мой веб-сайт тем не менее подтвердит, что Берни, возможно, вы зарегистрированы для волейбола. Так какой же из этого следует вывод? Это наверняка случалось в прошлом, когда действительно плохо реализованные веб-сайты позволяли вам указывать цену товара, например, в вашей корзине покупок. И они просто верят, что когда вы нажимаете ⁇ Отправить или ⁇ Добавить в корзину ⁇ цена добавляется на сервер. Если вы не проверяете цену и не проверяете, как в случае с базой данных, We'll be right <laughs> back. подождите минутку, эта цена действительно. Или подождите минутку, эти виды спорта действительны. Кто знает, что люди собираются сделать с вашим сайтом. И это так просто, взломать веб-сайт соответствующим образом. Теперь мы можем очень легко исправить это с помощью Python в стиле шестой недели. Нам действительно просто нужно немного логики. Поэтому позвольте мне предложить вот что. Позвольте мне углубиться в веб. Пай И в самом верху позвольте мне также создать, как насчет глобальной переменной, называемой спорт за главными буквами. И я собираюсь установить ее равной в в квадратных скобках списку видов спорта, которые я действительно хочу поддерживать. Поэтому я собираюсь включить сюда баскетбол. Я собираюсь включить сюда футбол. И извините, официально никакого волейбола. Я собираюсь включить сюда Ultimate Frisbee. Таким образом, у меня есть этот глобальный список поддерживаемых видов спорта. Теперь подумайте о том, как я сделал эту форму некоторое время назад. Я просто жестко закодировал эти виды спорта здесь. Но ну, мне не обязательно этого делать. Вместо этого я могу воспользоваться своим собственным официальным списком видов спорта. Так что позвольте мне пролистать вниз до моего индекс. Html шаблон рендеринга здесь. Позвольте мне сказать, что виды спорта, которые я хочу поддерживать, это следующие. Поэтому я просто использую тот же трюк с заполнителями, что и раньше, но теперь я сообщаю шаблону, какие виды спорта мы в настоящее время поддерживаем. Теперь, если я вернусь к индекс. HTML мне не нужно ничего из этого делать вручную. Позвольте мне избавиться от всех трех этих опций, которые я ввел вручную ранее, Позвольте мне использовать мой новый трюк с синтаксисом джинджа и сказать спорт в спорте. Тогда позвольте мне предварительно сказать конец для, просто чтобы закончить эту мысль. А затем здесь позвольте мне сделать вариант ценность равно ценность равно. А затем, чтобы человек тоже увидел те же самые слова, я скажу, спорт здесь. Итак, я полностью изменил то, что было жестко запрограммировано, набрано вручную, на то, что теперь полностью динамично. Так что теперь это не остановит кого-то, кто настроен враждебно вроде меня от изменения HTML, но посмотрите на это. Поведение формы, если мы вернемся назад. Останется таким же раскрывающимся списком, как и раньше. Так что эстетически она выглядит точно так же. Но знаете что? Почему бы нам сейчас не помнить? И давайте перейдем к App. По и маршрут регистрация и почему бы нам не сказать об этом? Если как насчет спорта не в спорте, тогда давайте вернем шаблон рендеринга Фейлура Html. Сейчас этого шаблона еще не существует. Так что позвольте мне просто быстро сделать это очень быстро. Я собираюсь скопировать этот код из предыдущего. Позвольте мне создать файл кодов фейлора html. Я просто приклею это сюда. Итак, у нас супер простое сообщение об ошибке. Я скажу, что вы не зарегистрированы. Вот что мы подразумеваем под неудачей. И теперь веб пай рассмотрим, какую логику я добавил. Спорт за главными буквами в строке 22. Это тот же глобальный список, что и раньше, когда я спрашивал, не относится ли спорт к спорту, что же, тогда вы взломали меня. Как будто вы пытались вести волейбол или какой-то другой вид спорта в форму запроса. Так что я просто скажу, никаких сбоев, я не позволю вам зарегистрироваться. И я тоже могу сделать это немного более подробно. Почему бы мне не сказать и это? Если не имя, так что если имя пустое, давайте аналогичным образом вернем шаблон рендеринга фейлора. HTML. Другими словами, если вы не назвали мне имя, вы оставили его пустым, это бесполезно для меня, управляющего спортивной программой. Давайте также будем считать это провалом. Так что если я сейчас вернусь на эту вкладку, я перезагрузюсь, просто чтобы убедиться, что у меня последняя версия клиентской части. Позвольте мне полениться. И просто нажать зарегистрироваться. Войдите. Вы не зарегистрированы, потому что я не назвал его настоящим именем. Хорошо, давайте вернемся назад. Как насчет того, чтобы я сейчас набрал Дэвид? Но нет, я не собираюсь выбирать вид спорта. Я просто хочу зарегистрироваться. Нет, это не сработало. А теперь позвольте мне продолжить и выбрать футбол. Это я думаю, действительно работает. Позвольте мне вернуться назад и попробовать этот хакерский трюк, при котором я захожу в выпадающее меню. Я захожу в меню выбора я меняю, как и раньше, Ultimate Frisbee на волейбол, и я изменю это здесь на волейбол. Позвольте мне закрыть вкладку прямо сейчас. Похоже, это доступно сейчас, но когда я нажимаю «Зарегистрироваться» на этот раз, там написано, что вы не зарегистрированы. И это намного лучше, чем полагаться на другие методы, которые вы могли видеть или видели в интернете в отношении HTML, потому что там тоже есть этот трюк. Позвольте мне вернуться к экрану здесь. Позвольте мне вернуться к индекс. HTML и вы, возможно, видели в интернете, или вы могли бы в конце концов увидеть в интернете, что есть другие атрибуты, которые вы можете использовать по мере необходимости. Вы можете буквально сказать браузеру «Э, это поле обязательно». Вы не можете оставить его пустым. Если я сейчас вернусь в браузер, перезагрузюсь, и ясно снова предположу, что я ленив, и я не веду никакого имени и не нажму зарегистрироваться, так что это довольно мило. Теперь браузер стал немного более полезным для меня, говоря нет, 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 это обязательно. Вы должны заполнить это. Но опять же, если вы знаете, что делаете. Хорошо, я не согласен с тем, что вы требуете моего имени. Позвольте мне войти сюда. Позвольте мне перейти к этому тегу. Позвольте мне удалить требуемый атрибут а теперь я проскользну. Но я не проскальзывал на сервер. Таким образом, здесь есть разница и важное различие, и так много людей в реальном мире все еще облажаются. Есть проверка на стороне клиента, например, фактическая проверка того, что данные соответствуют вашим ожиданиям на стороне клиента в браузере. И есть проверка на стороне сервера. И даже несмотря на проверку на стороне клиента, добавление этого обязательного атрибута делает вещи более удобными для пользователя, не так ли? Как будто это было милое маленькое всплывающее окно. Это говорит мне о том, что это необходимо. Это просто выглядит лучше, чем предыдущая версия. Ей нельзя доверять. Вы не можете доверять никаким входным данным, к которые когда-либо поступали от пользователя. Потому что очевидно, что примерно за час работы CS50 они могут узнать, как отключить все эти средства защиты. Поэтому даже если вам больше нравится пользовательский интерфейс на клиентской стороне, вы должны, должны, должны всегда проводить проверку на стороне сервера. Пользователям нельзя доверять. И как только любое приложение или веб-сайт, который вы создаете, становятся популярными, к сожалению, вам также приходится иметь дело со всеми возможностями конкуренции. Есть ли какой-нибудь способ взломать внутреннюю информацию на стороне сервера или потенциально взломать или что-то в этом роде? Хороший вопрос. Может ли злоумышленник потенциально получить доступ к таким конфиденциальным вещам, как пай? Теоретически нет. Если сама колба глючит, то конечно может быть. Если вы используете какое-то другое программное обеспечение на своем сервере, на своем ноутбуке, то конечно это возможно. Однако, если ваш сервер правильно настроен, теоретически они не должны быть в состоянии получить к нему доступ. С учетом сказанного мы скоро увидим, или вы могли бы с вашим окончательным проектом, если вы делаете что-то на основе интернета. Вы никогда не захотите писать имена пользователей и пароли в своем реальном коде. Вы можете поместить их в так называемые переменные среды. То есть вроде как в память компьютера, но не в ваш код на случай, если вы или кто-то облажается. Все еще есть способы защититься от подобных возможностей, какими бы незначительными они ни были. Да. Следил за тем, чтобы волейбол не был зарегистрирован. Хороший вопрос. И это возвращается к первым принципам точно так же, как в C в Python. Как только вы возвращаетесь из функции, вот и все. Ничто ниже этой строки кода не выполняется. И поэтому, чтобы подвести итог вопросу, хотя я возвращаю это фейлуро. HTML шаблон. Как мне быть уверенным, что мы все еще случайно не включим волейбол в этот глобальный словарь? Это потому, что, например, если вы не назовете мне имя, в данный момент в строке 22 я возвращаю шаблон отказа и все тут. Строки 23, 24, 25, 26, 27 никогда. не не выполняются. В частности, 26 никогда не выполняется, и именно там я бы сохранил название. Аналогично, если мы получим недопустимый вид спорта, который либо пуст, либо отсутствует в исходном авторитетном списке, мы возвращаем фейлора HTML в качестве шаблона в строке 25. Мы никогда не доберемся до строки 26, так что все сводится к возвращению и тому, что это значит и в Python. Хороший вопрос. Есть и другие вопросы. Нет, хорошо, как насчет того, чтобы сделать еще одно улучшение здесь или около того. Потому что проблема с хранением всего в этом глобальном словаре может заключаться в чем? Наконец-то у нас все заработало, но почему, вероятно, глобальный словарь не является подходящим местом для хранения регистрационных данных Фрошимс? Какой из этого следует вывод? Это может замедлить весь процесс. Хорошо, это может замедлить весь процесс. Но это на самом деле. Оперативная память на самом деле хороша. Память на самом деле, как правило, хорошая вещь. Так что я не собираюсь нарушать условия сделки. Но почему бы мне не захотеть хранить эти данные в этой переменной? Возможно, вы сможете сделать вывод, как я что-то исправил ранее. Да, сзади. Да, это. Это память стирается. Мусор собирается, если хотите, как только флеск перестанет работать. Так что если вы хотя бы нажмете на Ctrl-C, вы только что потеряете всех своих первокурсников, которые зарегистрировались для участия в этом виде спорта. Вероятно, это не очень хорошо. Я сделал это намеренно мгновение назад и нажал кнопку управления C, потому что я хотел очистить словарь, но верил, что ваш сервер никогда не выйдет из строя. И ваш код всегда будет работать, и питание никогда не отключится. Это неправильный способ создания любого вида веб-приложения с постоянными данными. Поэтому то, что мы, вероятно, хотим сделать, это вновь вести CV, и мы поиграли с ними на C и Python. Мы могли бы полностью использовать CV, но теперь в нашем распоряжении также есть SQL. И позвольте мне предложить вместо этого сделать это на SQL. И для этого позвольте мне пойти дальше и открыть версию программы, которую я написал заранее. Так что позвольте мне пойти дальше и закрыть эти шаблоны, которые будут выглядеть очень похоже, но немного отличаться от тех, которые я написал заранее. И позвольте мне продолжить и открыться в сегодняшнем. Позвольте мне перейти к исходному коду 9. Позвольте мне перейти к Froshims, как насчет. Четвертой версии технически в версиях онлайн. И позвольте мне пойти дальше и открыть по следующим образом. Итак, вот уже сделанная версия, которая делает просто немного по-другому. В самом верху я импортирую библиотеку SQL CS50, которую, как вы, возможно, помните, мы использовали пару недель назад только для написания Python, который взаимодействует с базой данных SQL. И мне кажется, что сейчас подходящий момент, чтобы вернуть эту идею. Здесь, в восьмой строке, я создаю переменную bd, которая открывает файл под названием froshims. db используя синтаксис, который мы уже видели. Я создал этот файл froshims перед началом занятий. Просто для того, чтобы у нас была пара столбцов, в которых можно хранить имена, виды спорта и тому подобное. Вот тот же самый глобальный массив, глобальный список, который называется спорт. И давайте просто посмотрим, что происходит внизу. Если я прокручу страницу вниз до индекса, это то же самое, что и раньше, когда мы писали вместе на лету. Давайте на мгновение пропустим снятие с регистрации и перейдем в раздел регистрация. Этот немного отличается, но давайте посмотрим, что я сделал. У меня здесь есть несколько комментариев, потому что я написал это заранее. И я думаю, что эта логика почти такая же, хотя я ее и ужесточил. И я задаю сразу два вопроса. Вопроса, используя здесь в строке 38 ключевое слово или просто чтобы сказать, что если нет названия или вид спорта не относится к спорту, то это то, что мы сейчас будем называть провалом. Но что сейчас забавно, так это то, что в строке 42 -я использую библиотеку SQL CS50 для выполнения реального SQL. И я собираюсь вставить в таблицу называемую зарегистрированные два столбца имя и вид спорта. Какие имена и вид спорта? Хорошо, эти два значения с заполнителями, включающими имя и вид спорта. Обратите внимание, что я использую вопросительные знаки. Это абсолютно необходимо, чтобы мы не получили одну из этих так SQL-инъекций, потому что это тоже может быть возможно. Если кто-то ведет в форму некоторые опасные слова или ключевые слова, такие как «делит», «одинарные кавычки» или «точки с запятой». Здесь я позволяю библиотеке провести санитарную обработку данных. И тогда это трюк, которого мы еще не видели, и он действительно начнет связывать вещи воедино. Я также могу использовать функцию перенаправления в Flask, которая позволяет выполнять, если хотите, софетисчул.орг еще раз хитрость, при которой после регистрации пользователя. Если я захочу автоматически показывать их сейчас всем, кто зарегистрирован в войсковая регистранс, мне не нужно вручную ожидать, что они изменят URL-адрес, как я делал в течение последних нескольких минут. Я могу просто перенаправить их в любое удобное для меня место в своем приложении. Или, черт возьми, я мог бы перенаправить их на любой URL-адрес в интернете, используя этот вызов функции. И это просто хороший способ отправить их по другому маршруту, если вы хотите, чтобы они видели, в данном случае, этих владельцев регистрации. Так что позвольте мне сделать это. В том же каталоге позвольте мне увеличить размер окна моего терминала. Позвольте мне сделать склайд 3 из фрошимс. DB и позвольте мне вести. схема. И вы действительно можете видеть, что здесь в двух строках указано, что у каждого владельца регистрации есть идентификатор, которому автоматически присваивается 1, 2, 3 и далее. Имя, которое не является нулевым текстом, и вид спорта, который также является тем же самым. А первичным ключом будет просто этот уникальный идентификатор. Так что я сделал это заранее. Но если я выберу звезду из списка регистраторов с точкой запятой, то в настоящее время никто не зарегистрирован ни для каких видов спорта. Но давайте попробуем запустить это прямо сейчас. Позвольте мне продолжить и закрыть мою старую версию, которую мы написали в Месте. И я закрою эту вкладку. Позвольте мне запустить флеск в этой четвертой версии здесь. Хорошо, я собираюсь увидеть аналогичный результат. Сейчас я открою URL-адрес. И вы увидите, что я уже внес пару изменений. Вместо того, чтобы использовать меню выбора, я использовал то, что сейчас называется переключателями, что является отсылкой к переключателям старой школы, которые в те времена были взаимоисключающими в автомобилях. И мы посмотрим, как это сделать. Но это всего лишь альтернатива меню выбора. И я собираюсь пойти дальше и снова ввести здесь свое имя. Так что я сделаю Дэвид, я сделаю футбол, выбрав этот переключатель, и я собираюсь нажать ⁇ Зарегистрироваться ⁇ прямо сейчас. И обратите внимание, что произошло. Форматирование немного уродливое, но так же было и 20 лет назад. Вот сейчас у меня на маршруте... Зарегистрированные пользователи вместо неупорядоченного списка я просто использую простую HTML таблицу. Так что я покажу вам, как это выглядит тоже через мгновение. И я покажу вам эту кнопку отмены регистрации, которая вроде как излишне большая. У меня тоже есть функциональность, скоро мы увидим, как вы можете отменить регистрацию кого-то из вида спорта. Так что исключите свое имя из списка спорных. Что же, позвольте мне вернуться к окну моего терминала здесь. И я собираюсь нажать на плюс, чтобы создать себе второй терминал, чтобы я мог вернуться в исходный код 9 FroShims 4. Я собираюсь сделать склайд из FroShims. DB. Я собираюсь выбрать звезду из зарегистрированных пользователей прямо сейчас, и теперь вы увидите, что Дэвид действительно зарегистрирован для футбола. И на самом деле, если я выйду из программы Flask с помощью Ctrl-C и снова запущу ее, ничего страшного, потому что в следующей версии Flask также будет использоваться база данных. Поэтому я настаиваю на том, чтобы хранить данные в Sklite, в то время как на самом деле я получаю их, используя свой код Python Flask. Хорошо, давайте добавим сюда еще одного человека, чтобы мы могли удалить и одного из нас. Картер для баскетбола, зарегистрируйтесь. И теперь мы видим здесь нас обоих. Хорошо, давайте. Давайте посмотрим, как мы это сделали. Давайте вернемся к Versus Code. Позвольте мне уменьшить окно моего терминала. Позвольте мне зайти На самом деле давайте зайдем в каталог шаблонов и посмотрим, например, индекс HTML. Итак, раньше мы использовали меню выбора. Оказывается, переключатели используют тег ввода, но вместо ввода типа равно текст, как для имени человека, у вас есть тип равно радио и до тех пор, пока каждый из ваших переключателей имеет одно и то же имя, одно и то же имя, одно и то же имя, это то, что делает их взаимоисключающими. Поэтому проверка одного переключателя отключает другие, потому что у них одно и то же имя. Значение, которое я хочу присвоить каждой из этих переключателей, это просто заполнитель спорт. Это то, что человек видит на экране. Так что это почти то же самое, что и меню выбора, просто выглядит эстетически по-другому. Но там есть моя та же кнопка. Вот и все, что я там изменил. И я добавил тег заголовка H1, просто чтобы сказать регистрации и прояснить что это такое но давайте взглянем на другой файл сейчас этот файл как насчет маршрута владельца регистрации так что если я открою Registrants, HTML здесь и сейчас он намного более подробный, чем мой неупорядоченный список. Но это просто скучный HTML код. Вот мой тег таблицы, заголовок таблицы, строка таблицы, заголовок таблицы. Это делает текст жирным, как первая строка таблицы. Имя вид спорта – это две мои колонки. У меня есть третья пустая колонка, просто чтобы я мог поместить эту кнопку, как мы скоро снова увидим. Тело буквы Т для тела таблицы. Вот снова тот же трюк с циклом, чтобы я мог вывести для каждого владельца регистрации целую строку таблицы. И там есть эта странная форма, но мы еще вернемся к этому. Но там есть имя владельца регистрации, там есть вид спорта владельца регистрации. Но обратите внимание на немного другой синтаксис здесь. Вспомните, что функция CS50 Select, CS50 Execute, когда она возвращает вам список словарей, вы можете получить доступ к отдельным столбцам с помощью этих клавиш. Так что давайте перейдем к маршруту регистранты. Позвольте мне вернуться к App. Pie прокрутите страницу вниз здесь, и это на самом деле очень просто. Здесь у меня есть маршрут «Владельцы регистрации, который сначала выполняет Select Star от владельцев регистрации. Так что это просто старые вещи SQL. Дайте мне все из таблицы владельцев регистрации, Позвольте мне затем отобразить шаблон, называемый Registrants, HTML и просто передайте в этот список словари. И мы еще не совсем это сделали, но если вы вернетесь к владельцам регистрации. HTML, как вы перебираете каждый словарь в этом списке. Ну, синтаксис предназначен только для владельца регистрации и владельцев регистрации. Это делает этот словарь по одному в списке, точно так же, как в Python. Так что Registrant. Name a Registrant. Sport – это просто еще один синтаксис для использования обозначения в квадратных скобках. Это просто немного чище и немного лаконичнее, чем использование кавычек и квадратных скобок повсюду. А остальное просто HTML. Так что же теперь будет, если я захочу? Картера исключили из баскетбольной команды, если хотите. Так как же нам это сделать? Ну, мы хотим нажать на эту кнопку «Отменить регистрацию» рядом с именем Картера. Но как это работает? И подумайте сейчас о любом веб-сайте, который вы посетили, на котором есть что-то вроде корзины покупок, где вы можете удалять товары из своей корзины или обновлять количество. Или добавлять больше товаров в свою корзину покупок на Amazon или что-нибудь еще. Что же, давайте на самом деле посмотрим на HTML-код, который выдало мое приложение. Давайте на самом деле посмотрим на это здесь, и мы увидим следующее. Мы увидим, что у нас здесь в HTML, который дошел до пользователя, не только Дэвид в первой колонке футбол. И второе, обратите внимание, что мой регистранс HTML форма также выплевывает собственную крошечную веб форму. Она уродлива, но пока меня волнует только ее функциональность. И обратите внимание, что я здесь делаю. Каждый владелец регистрации в этой базе данных получает свою собственную кнопку отмены регистрации. И в этой форме есть кнопка с надписью отмена регистрации. Но обратите внимание, что еще есть в каждой из этих форм. Здесь нет текстового поля, нет выпадающего меню, нет переключателей. Скорее у вас здесь скрытое поле ввода. Таким образом, с помощью HTML можно создать форму, в которую будет отправляться информация, но вам не нужно предоставлять пользователю возможность изменять эту информацию. Вы можете просто незаметно поместить ее внутрь формы, если хотите. Спрятать по моде. И вот что произойдет, если я нажму кнопку отмены регистрации рядом с картером, его первичный ключ равен двум. Мой вместо этого один. Так что же произойдет, если я нажму на его кнопку отмены регистрации? Он отправит форму с параметром ID, значение которого равно двум, и отправит ее на маршрут снятия с регистрации. Так что же это значит? Хорошо, если я зайду в Versus Code и зайду в веб. Пой давайте посмотрим на корень отмены регистрации, который я пропустил. Так что если вы получите доступ к маршруту отмены регистрации по почте, будет вызван этот код. Я беру из запроса форма идентификатора, который был отправлен скрытым способом. Если идентификатор действительно есть, то есть он не пустой, он не равен нулю это фактическое число, например, 1,2, 3 или более. Я выполняю удаление у владельцев регистрации, где ID равно это значение с заполнителем вопросительного знака. А затем я перенаправляю пользователя обратно к владельцам регистрации. Теперь, если я вернусь к этой форме здесь, я нажму «Отменить регистрацию», мы увидим это в действии. Картер ушел. И на самом деле, если я вернусь к своему окну терминала здесь, я открою слайд 3 из Froshims. DB и повторно запущу Select Star от владельцев регистрации, Картера больше нет. Итак, опять же, использую очень простые HTML-формы. Вы можете получить кнопки, ссылки и другие подобные механизмы пользовательского интерфейса, чтобы делать на сервере то, что вы хотите. Но здесь есть опасность. Это сейчас действительно подразумевается, этот пример как административный веб-сайт, каким он был около 20 лет назад. Только для того, чтобы мы внутренние сотрудники что-то делали. Технически это опасно. То, что я только что сделал тоже. Несмотря на то, что идентификатор картера 2 искрыт, а мой 1 искрыт, что это могло бы позволить противнику сделать, если бы у него был доступ администратора к тому же сайту? Есть какие-нибудь мысли? Да. Не могли бы они изменить стоимость, а затем отменить регистрацию? Да, они могли бы изменить значение этого скрытого атрибута, открыв Chrome, инструменты разработчика, изменив номер в HTML. Они могли удалить кого угодно, удалить из базы данных любого, кого захотят. В данном случае я утверждаю, что это нормально, потому что это предназначено только для американских сотрудников, которые в свое время занимались спортом. Но это действительно риск. Так разве не было бы неплохо, если бы мы действительно могли гарантировать, что только тем пользователям, которые авторизованы, разрешено выполнять определенные действия? Я думаю, что для этой возможности... Нам действительно нужно будет вести что-то немного большее, и поэтому здесь, конечно, есть возможность кратко поговорить о том, чем мы с вами на самом деле занимаемся целыми днями каждый день. Мы входим на один или несколько веб-сайтов или приложений, по крайней мере до тех пор, пока вы не выйдете из системы автоматически и вам не придется делать это снова. Вот, например, скриншот Gmail. Когда вы вводите свое имя пользователя, вы вводите свой пароль, возможно, ваш двухфакторный код, который отправляется по тексту или отправляется на ваш телефон. Затем вы входите в систему, и, к счастью, вам не будет предложено снова войти в систему, как правило, в течение нескольких часов, дней или недель, в зависимости от веб-сайта. Как будто Gmail удерживает вас в системе целую вечность. Ваш банк, вероятно, выведет вас из системы в течение часа или около того в целях безопасности. Так что это полностью настраивается на сервере. Но как Gmail узнает, как Google узнает, что даже если вы проверяете разные письма снова и снова и снова, как они узнают, что вы все тот же человек, который вошел в систему? Оказывается, что используя те же самые строительные блоки, что и сегодня, HTTP, HTML и многое другое, вы действительно можете реализовать концепцию функции входа в систему сделав эквивалент чего-то, что называется файлами коки. По сути, то, что происходит, когда вы впервые успешно входите на веб-сайт под своим именем пользователя и паролем, это так сказать файл коки, который устанавливается на ваш компьютер. Образно говоря, это похоже на то, как если бы вы взяли штамп от руки, и теперь на вашей руке есть штамп, в данном случае смайлик. Так что каждый раз, когда вы нажимаете на ссылку на том же веб-сайте, google.com, gmail.com, что бы там ни было, без вашего ведома ваш браузер постоянно показывает этот штамп от руки. Точно так же, как вы заходите в клуб или парк развлечений, или что-то в этом роде, где они не хотят снова проверять ваше удостоверение личности. Они не хотят снова проверять ваш билет, они просто хотят быстро увидеть тот же штамп от руки. И это одна из вещей, которые браузер всегда делает за вас, как только вы входите в систему. Любые файлы коки, которые были установлены, так сказать, на вашем компьютере Mac, ПК или телефоне, постоянно отображаются на сайте каждый раз, когда вы нажимаете на ссылку или делаете другой запрос на этот веб-сайт. И как это работает механически, а не просто метафорически чернилами, по сути это то, что происходит. Вот пример HTTP запроса к чему-то вроде Gmail. И предположим, например, что вы вошли в систему. Обычно, начиная с прошлой недели, мы говорили, что с сервера возвращается еще один виртуальный конверт, содержащий сообщение ОК OK на 200 долларов, а затем фактическая веб-страница. Или изображение кошки, или что бы это ни было. Но Google также может, если они подтвердят, что у вас правильно введены имя пользователя и пароль, сделать то же самое, что поставить штамп на вашей руке. И способ, которым они это делают, заключается в том, что они отправляют дополнительную строку текста в этом виртуальном конверте с сервера в ваш браузер. Буквально используя другой HTTP заголовок. Не тип контента, который просто обыденно говорит вам, какой контент вернулся, они буквально отправляют HTTP заголовок, называемый сет-коки. А затем они устанавливают пару ключ значения на вашем Mac или ПК. Это технический эквивалент этого штампа со смайликом. И для чего предназначен ваш компьютер? Потому что ваш компьютер и интернет-браузер должны реализовывать HTTP, каждый раз, когда вы нажимаете на другую ссылку в Gmail. Или нажимаете на другое электронное письмо или тому подобное, ваш браузер без вашего ведома выдает этот штамп. И как он это делает технически указано в конверте, который он отправляет в Google из вашего браузера, он не отправляет сет коки, он просто отправляет коки. И точно то же самое. И до тех пор, пока Google умен, и у них есть база данных или что-то в этом роде со всеми значениями сеанса, сеанс ⁇ это технический термин для такого обслуживания информации по протоколу HTTP. Пока у Google есть большая база данных, которая знает, что мое значение куки равно 1, 2, 3, а ваше значение куки равно 4, 5, 6. Они могут сделать вывод по этому виртуальному штампу от руки, чьи электронные письма они должны показывать. Мой или ваш или что-то в этом роде. Так что это всего лишь царапина на поверхности. Но если я действительно хочу, чтобы только Картер мог отменить регистрацию, мне просто нужно убедиться, что я как-то зарегистрировал его, имя пользователя, пароль и все такое. Я ставлю ему штамп на руку или действительно помещаю файл коки на его компьютер. И только в том случае, если его файл коки совпадает с идентификатором пользователя, которого он пытается отменить регистрацию, ему следует разрешить это сделать. Так что все это вполне возможно. И действительно технический термин для этого сессия. И то, что мы подумали сделать в оставшееся сегодня время, покажет вам несколько примеров того, как именно сегодня реализованы некоторые из наиболее знакомых веб-функций, некоторые из которых. Вы будете использовать в своем собственном наборе задач 9 который сам по себе будет веб-приложением или возможно даже вашим окончательным проектом так что позвольте мне продолжить и сделать это позвольте мне закрыть мои предыдущие вкладки и все что связано с имс и давайте перейдем к реализации некоторого понятия входа в систему. Итак, через мгновение я переключусь здесь на Versus Code. И то, что я собираюсь сделать, действительно находится в моем каталоге Source9. Я собираюсь зайти в каталог входа в систему. И если я наберу здесь LS, вы увидите App Pie Requirements, requirements.txt, которые относятся только к библиотекам, которые я хочу автоматически установить, а также к папке шаблонов. Я собираюсь остановить предыдущий сервер и закрыть это окно терминала, и я собираюсь открыть эту версию App. Pie. Итак, здесь есть несколько новых строк. И мы дадим вам. Эти строки для девятого набора задач, но у меня здесь есть кое-что из знакомого, в том числе это новая функция перенаправления, которую мы только что использовали, и у меня есть переменная сеанса, которая тоже поставляется с Flask. Так что еще раз хорошо Flask то, что она справляется со всеми этими печеньями для вас. Она устанавливает печенье, она проверяет печенье, и что Flask делает для вас, так это то, что он дает вам абстракцию переменной, называемой сессией. Так что все, что вы помещаете в переменную сеанса, которая сама по себе является словарем, будет там снова и снова и снова всякий раз когда тот же пользователь возвращается. Сеанс – это то, как вы реализуете, по сути, пресловутую корзину покупок. Если я вошел в систему Amazon, вы вошли в систему Amazon, Amazon знает, кто из нас кто, с помощью этого файла коки. А Amazon, если они используют Flask, предоставляет программисту словарь называемой сессией. А Flask гарантирует, что когда Картер посещает сайт, Код использует его объект сеанса. Когда я посещаю сайт, он использует мой объект сеанса. Но все это реализовано с помощью тех же самых файлов коки. Это то же самое, что и раньше. Эти строки новые, и вы увидите их в девятом наборе задач. Вот как мы включаем сеансы в веб-приложении. И я просто махну рукой на детали. Существуют разные способы реализации сеансов, независимо от того, используете ли вы файлы коки на сервере, файлы коки в браузере или другие вещи. Они просто гарантируют, что мы храним информацию о сеансе в корзине покупок на самом сервере. А теперь давайте спустимся сюда и сделаем это. Давайте запустим Flask. Запустите, чтобы я мог увидеть, что делает это приложение. Если я сделаю это и перейду по выводимому URL-адресу, вы увидите здесь очень простую веб-страницу. И если я веду, например, свое имя, я не собираюсь утруждать себя паролем, и нажму «Войти», вы увидите, что вошли в систему как Дэвид. И теперь я могу выйти из системы, так что я пойду дальше и нажму кнопку «Выйти». И теперь, похоже, он знает, что я больше не входил в систему. Я могу войти в систему как Картер, потому что я не стал утруждать себя внедрением паролей для простоты, но теперь сайт знает, что я вошел в систему как Картер. А еще лучше, если я буду перезагружать, перезагружать, перезагружать или нажимать на эту кнопку снова и снова. Обратите внимание, что он все еще знает, что я Картер, до тех пор, пока я не выхожу из системы. Хорошо, хорошо, как как это работает? Хорошо, давайте вернемся к версус коду здесь, и позвольте мне прокрутить вниз сначала этот маршрут. Здесь очень распространенная парадигма, при которой я проверяю индексный маршрут. Если в сеансе нет имени, перенаправьте пользователя на страницу Login. Что это значит? Хорошо, позвольте мне вернуться к версус коду здесь. Позвольте мне перейти к маршруту. Итак, опять же, ваш URL адрес будет другим, но я просто перейду к косой черте и нажму Enter. Обратите внимание, что я автоматически перенаправлен на вход в систему. И так много веб-сайтов делают это. Если вы заходите на веб-сайт и не вошли в систему, вы очень часто перенаправляетесь на логин или учетная запись, или что-то в этом роде, где вам будет предложено. Код для этого находится прямо здесь. Если в сеансе нет имени, если в корзине покупок нет имени, если хотите, продолжайте и верните пользователя для входа в систему по этому маршруту. В противном случае неявно, если они вошли в систему, покажите им индекс. HTML. Так что давайте спустимся в эту кроличью нору. Позвольте мне открыть в Versus код второе окно терминала. Позвольте мне зайти в исходный код 9 и перейти к той же демонстрации входа в систему и позвольте мне открыть шаблон, называемый индекс. HTML. А вот и все это. Там какая-то верстка, но кого это волнует на данном этапе, это всего лишь шаблонный универсальный HTML. Вот основной блок. У меня есть это. И это тоже джинджи из-за фигурной скобки и знака. Знак процента. Если в сеансе есть имя, это просто синтаксис Python, тогда произнесите это предложение. Вы вошли в систему как? Какое бы имя ни было в сеансе, в корзине покупок, если хотите. А затем у меня просто есть эта HTML ссылка для выхода пользователей из системы. Иначе, если в сеансе нет имени по логике вещей, просто скажите, что вы не вошли в систему. И вместо этого дайте им ручную ссылку для входа в систему. Так что это все, что делает этот конкретный шаблон. Но как работает лоджин? Давайте рассмотрим этот другой шаблон код Login. HTML, на который я перенаправлен. Очень просто. Это просто копипаст из предыдущего HTML кода. У меня есть форма входа в систему, в которой будет действие, войти, отправленное в целях конфиденциальности просто сообщением а затем остальная часть этого просто простая форма. И я использую тип ввода равно отправить вместо кнопки равно тип равно отправить, но и здесь та же идея. И если я вернусь к App, и что же, давайте посмотрим как работает вход в систему. Хорошо, это много всего сразу, но это относительно простое повторное применение одной и той же идеи. Поэтому если пользователь заходит, входит в систему через GET или POST, назовите эту функцию Login. Если пользователь отправил сообщение через POST, и мы видели эту технику раньше, продолжайте и сделайте это в строке 23 в этой специальной переменной сеанса, которая поставляется вместе с флеск ключ имени, и сохраните в нем собственное имя пользователя. Таким образом, цитирую без кавычек, имя будет иметь значение Дэвид или Картер, или тому подобное. И как только вы это сделаете, перенаправьте пользователя обратно на косую черту, чтобы он снова увидел домашнюю страницу. Именно так работает Amazon и все эти другие веб-сайты. В противном случае, если они посетят эту страницу неявно через Get, и хотя я не сказал равно равно никуда не попасть. Это подразумевается потому, что если вы можете попасть сюда только с помощью Get или Post, и мы уже обработали Post, логически все, что остается, это Get. Ну тогда просто покажите им вместо этого экран входа в систему. Но есть полдюжины способов, которыми мы могли бы выразить ту же логику. А что касается выхода из системы, то это довольно просто. Если пользователь нажимает на эту ссылку выхода и попадает на выход, этот маршрут, что же, просто измените значение этого ключа в сеансе на нан. Фактически нет, Картер ушел, Дэвид ушел, никто не вошел в систему. Так что это все, что требуется для реальной реализации концепции входа на веб-сайт и выхода из него. Плюс вопрос с паролем, который, вероятно, должен включать базу данных, но по одному за раз. И действительно, сеанс это что-то вроде кодовой версии корзины покупок, в которой, если я посещаю тот же код, я получаю свой собственный объект сеанса. Если Картер посещает веб-сайт, он получает свой собственный объект сеанса. И способ, которым Flask держит нас в курсе, заключается в том, что они помещают один в файл Коки на мой компьютер, другой файл Коки на его компьютер. И используют их, чтобы убедиться, что правильный сеанс показан нужному фактическому пользователю. Есть вопросы по этому понятию сеансов? Нет. Хорошо, как насчет пары заключительных примеров, просто чтобы связать все это воедино. Позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. Позвольте мне выйти из моей предыдущей версии Flask. Давайте зайдем в Source 9 и зайдем в магазин, который представляет собой совершенно отдельное приложение. И давайте начнем с того, что просто запустим Flask, чтобы посмотреть, что он делает. Давайте наведем курсор на URL адрес и откроем его в другой вкладке. И это тоже довольно некрасиво. Позвольте мне увеличить изображение. Но это очень простой книжный магазин. Как ранее Amazon.com для каждой из этих семи книг здесь, каждая из которых кажется. Может быть это H1, это H2, 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 H2. И затем под каждой есть кнопка. Ну а теперь давайте воспользуемся этим как возможностью сделать вывод, как и для любого веб-сайта, как эта штука работает. Позвольте мне продолжить и просмотреть исходный код страницы, и вы можете сделать это для любого веб-сайта в интернете. Давайте попробуем выяснить, как этот книжный магазин добавляет товары в корзину. Вот так H1. Неинтересно. H2, H2, H2. Так что самое пикантное в этих формах. В каждой из этих форм есть действие карт так что это маршрут, который через мгновение будет интересным. И в нем используется почта в целях конфиденциальности. Каждая из этих форм, таких как функция отмены регистрации для картер, имеет атрибут ID, параметр ID, который скрыт визуально и имеет значение 1 или 2 или 3. Так же, как уникальные штрих-коды для книг, если хотите. Но в нашем случае очень маленькие цифры. И тогда каждая из этих других форм просто. Каждая из этих других книг имеет идентичную форму, за исключением значения вот этого. В данном случае это не такая уж большая проблема, чтобы пользователь мог технически взломать HTML-код этого книжного магазина amazon.com. И сменить удостоверение личности, потому что, вау, что самое худшее, что они собираются сделать. Покупайте больше книг, добавляя больше идентификаторов в свою корзину покупок. Это не проблема. Здесь нет цен. Это просто уникальная идея. Книг. Так что, хотя отмена регистрации, возможно, вызывала беспокойство, потому что вы меняете сервер. Я думаю, что это нормально, потому что пользователь может только в худшем случае купить больше книг, чем он мог бы с помощью одних кнопок. Так как же это теперь работает? Давайте еще раз перейдем к версус коду Позвольте мне открыть себе еще одно окно терминала, и в исходном коде 9. Магазин ⁇ Позвольте мне открыть ЭП». А и вот в чем вся логика. Поэтому я быстро пролистаю большую часть этого, потому что мы уже видели это раньше. Эти импортные товары почти такие же, как и раньше. Эта линия та же самая. Эта строка почти та же самая, но база данных теперь называется Store. DB вместо Froshims. DB. Это шаблонный код для простого включения сеансов. – это понятие корзины покупок. И поэтому давайте посмотрим, как работает индекс. Как получилось, что я вижу все семь книг одновременно? Ну, в этой индексной функции, которую я использую в строке 19, выберите звездочку из книг, чтобы получить все книги из базы данных. А затем я отрисовываю шаблон под названием Bookstore HTML, передавая в качестве заполнителя все эти книги. Хорошо, давайте на секунду спустимся в эту кроличью нору. Позвольте мне открыть букс HTML в моем каталоге шаблонов. И здесь опять же, несмотря на то, что сегодня это новое слово, оно, вероятно, становится все более знакомым синтаксически. Вот H1. Вот мой цикл. Вот H2, который выведет название текущей книги в этом цикле. Вот форма. Вот идентификатор той книги, которая будет выведена в форме. Поэтому я не набирал вручную 7 длинных бланков. Я просто сделал один в этом шаблоне, чтобы он сгенерировался автоматически. Буквально то, что сделал бы такой веб-сайт, как Amazon, чтобы показать вам 10 книг одновременно, или 10 результатов поиска, или больше одновременно. Хорошо, давайте перейдем к картине, которая была самой пикантной. А это длиннее, но давайте посмотрим, сможем ли мы рассуждать здраво. Если пользователь отправляет сообщение через Get или Post to Cart, что же сначала мы сделаем это. И это просто необходимо, и некоторые шаблоны переписаны. Мы собираемся использовать объект сеанса для хранения переменной карт, которая в данном случае будет списком. Так что сеанс опять же это всего лишь словарь. Вы можете поместить в него все, что захотите. Раньше мы указывали имена студентов и виды спорта. Теперь я хочу сделать вот что. Извините, ранее мы помещали в него имя студента, имя пользователя. Теперь я собираюсь фактически сохранить ключ корзины, значением которого является список. Почему? Потому что я хочу объединять все больше и больше книг в этом списке. Хорошо, так что это просто гарантирует, что у меня будет, по крайней мере, пустая корзина покупок в самый первый раз, когда пользователь сделает это. Если они посетят эту форму по почте, давайте продолжим и получим идентификатор книги, которую они разместили. Если она не пуста, если там есть число, например, 1 или 2 или 3, давайте зайдем в корзину покупок, которая представляет собой список в этой строке. И просто добавим это этот идентификатор. Итак, этот список книг в вашей корзине покупок будет содержать 1, 2, 4, 6, независимо от того, какие книги вы на самом деле покупаете. А затем пользователь будет перенаправлен в корзину. Но что если пользователь попал сюда через Get, а не пост? Ну, это относительно просто. Если вы просто заходите в корзину, мы выбираем звезду из книг, в которых есть идентификатор, окей, это интересно, в этом списке. И это синтаксис, который вы, возможно, раньше не видели. Но если вы читали документацию к библиотеке CS50, если вы что-то выбираете и используете заполнитель со знаком вопроса, а сам заполнитель представляет собой список, мы выводим список значений, разделенных запятыми, точно так же, как вы использовали бы maybe в наборе задач Seven для самостоятельного выполнения SQL запросов. Так что это просто означает, что покажите мне только те книги в моей корзине покупок. Не Картера, ни кого-то еще, ни во всей базе данных. Покажите мне только книги в моей корзине покупок, а затем визуализируйте их как таковые. Таким образом, мы видели только то, как выглядит каталог здесь в разделе книги. Давайте продолжим и добавим, может быть, первую книгу в мою корзину. И теперь я вижу в корзине только ту первую книгу, идентификатор которой равен единице. Позвольте мне теперь вернуться в книжный магазин здесь. Прокрутить страницу вниз, может быть, до седьмой книги и добавить ее в свою корзину. И теперь я вижу это и здесь. Тем временем вся эта информация хранится в моем сеансе. И поэтому, когда я перезагружаю эту корзину снова и снова, причина, по которой я вижу только свои две, заключается в том, что мы проверяем только список в моем сеансе. И кол бы еще раз убедитесь, что мой сеанс отличается от вашего сеанса, а также отличается от сеанса Картера. Но вы пишете код один раз. И он работает для тысяч миллионов людей параллельно. Есть ли вопросы по этому поводу? Да, в конце. Извините, говорите немного громче. Так, вкратце. Таким образом, у пользователей никогда не будут одинаковые значения сеанса. Теоретически, вставляемый файл Коки не выглядит как смайли для всех. Каждый из нас получает большое случайное число, которое нам присваивается. Так что это будет похоже на то, как если бы каждый из нас получил совершенно уникальный отпечаток руки, который никто другой не может видеть. Причина, по которой никто другой не может этого видеть, заключается в том, что если веб-сайт использует ХТС, каждый раз, когда отображается этот штамп от руки, каждый раз, когда этот файл Коки отправляется туда и обратно, все это также зашифровано. Таким образом, каждый из нас может, даже если у нас будет одинаковое содержание по совпадению, потому что нам нравятся одни и те же книги, это будут отдельные файлы коки, отдельная память, отдельные сеансы. Позади вас. Да. Действительно хороший вопрос. Когда заканчивается сессия? Полностью настраивается. Обычно она заканчивается, когда вы закрываете вкладку или выходите из браузера. Или вы также можете настроить файлы коки так, чтобы они сами сохранялись в течение дня, недели или дольше. Например, когда вы входите, скажем, в Gmail, они помещают файл коки на ваш компьютер, вероятно, на неделю, месяц, год, что-то в этом роде. Потому что это было бы раздражающе и, вероятно, привело бы вас к Outlook или чему-то еще, если бы вам постоянно приходилось входить в свою учетную запись. В то время как ваш банковский счет на самом деле может подождать, пока вы просто закроете счет. И тогда для вашей же финансовой безопасности они просто автоматически удалят сеанс гораздо раньше, но полностью настраиваемый. По умолчанию, поскольку я им пользуюсь, он, как правило, будет выброшен, когда сам браузер завершит работу. И здесь тоже есть еще одна причина разрабатывать веб-сайты, использующие режим инкогнита, потому что, если вы хотите просто выбросить все свои файлы коки, вы закрываете режим окна инкогнита. Откройте новое и теперь вы начинаете с нуля. Вам не нужно вручную удалять все ваши файлы коки, которые могут привести к удалению вас с веб-сайтов, которые вам действительно не безразличны. Да. Хороший вопрос. При использовании сеансов, если кто-то злонамеренно изменит значение таких форм, может ли это повлиять на других людей? Теоретически нет, потому что худшее, что вы можете сделать, это добавить в свою собственную корзину книги, которые вам там не нужны. Так что в этот момент, даже если это на сервере, это не влияет ни на вас, ни на Картера, ни на кого-либо еще, если только не происходит что-то более глобальное. Например, регистрация на спорт или удаление книг из базы данных Amazon. Это было бы проблематично. Но в данном случае мы удаляем вещи только из моей собственной сессии, которую мне предоставляет веб-сайт. Хорошо, последняя тема на сегодня. Это вот эта штука, которая в наши дни встречается повсеместно. Эти вещи называются API или интерфейсы прикладного программирования. И на самом деле это очень общий термин. Потому что любая функция, которую вы использовали в C, в Scratch, в Python, в SQL это все API. Существует стандартный способ взаимодействия с этими функциями. У всех них есть имена. Иногда у них есть возвращаемые значения. Иногда у них есть аргументы. А API это просто способ использования функции. Или в более общем плане API просто определяет, как вы взаимодействуете с каким-либо сервисом. И поэтому в настоящее время существует множество веб-сервисов, которые вы можете использовать для получения данных, таких как погода, текущее время. Или, например, база данных книг Amazon, у всех могут быть API, часто веб-сервисы, которые позвольте вам, используя URL-адреса или какую-либо другую технологию, просто получать данные от кого-то другого, как если бы это была функция, которую вы вызываете удаленно. Но HTTP очень часто является механизмом, который используется для фактического получения данных с серверов. И способ возврата данных может быть следующим. Позвольте мне закончить одним заключительным примером, используя некоторые из наших знакомых шоу прошлых недель. Позвольте мне продолжить и закрыть старую версию Flask, вернуться к исходному коду 9 и перейти к «Как насчет примера называемого шоу?» И первой версии этого нулевой я просто продолжу работать с FlashCran. Я наведу курсор на свой URL-адрес и открою его здесь. И теперь вы увидите, что у меня очень простая форма, как мы продолжаем делать сегодня. Я собираюсь ввести в это поле поиска что-то вроде OFFIC, Office и нажать поиск. И теперь вы увидите, что я попал по URL-адресу, заканчивающемуся на Search, Q равно Office. Так что это похоже на мою собственную детскую версию google.com, но я реализовал это сам. И для любого названия телешоу за пару недель, которое соответствует OFFIC, я выкладываю его в неупорядоченный список. Как это работает? Вы, может быть, можете себе представить, даже если вы, возможно, не сможете запрограммировать это с головы до ног. Конечно, так скоро. Позвольте мне перейти к источнику 9. Позвольте мне перейти к шоу 0. Позвольте мне открыть цеп. Пай. И в этом файле вы увидите, что я беру файл под названием Shows. DB, который похож на более простую версию того, что был создан пару недель назад. Вот почему я вижу веб-форму. Мой первый маршрут, мой индекс очень прост. Он просто выплевывает эту форму. И мой маршрут поиска, вы можете думать об этом как google.com, это всего лишь 4 строки кода. Поэтому если пользователь отправляет данные в Search, вызывается эта функция, называемая поиском. Я объявляю переменную с именем Shows, я выполняю SQL-команду, которая заключается в выборе звезды из шоу, где заголовок похож на знак вопроса. И синтаксис здесь немного сумасшедший, но я хочу добавить префикс к знаку процента ввода пользователя, а также суффикс со знаком процента. Поместив между этими двумя значениями фактически ввод почему. В SQL что означает, если у вас есть знак процента слева и справа. Сегодня это не имеет ничего общего с джинджей. Да, это дикая карта. Таким образом, это означает совпадение нуля или более символов слева или совпадение нуля или более символов справа. Вы должны выполнить конкатенацию в качестве второго аргумента этой функции. Вы не можете сделать что-то умное, например, поставить это здесь вокруг знака вопроса. Знак вопроса – это заполнитель, в который вы вставляете эти значения. Но это просто означает SQL. Покажите мне все названия, в которых где-то есть OFFIC. Это вернет мне список словарей. Я передаю это в качестве заполнителя для переменной, называемой Shows, и если мы посмотрим на поиск HTML, давайте посмотрим на это. В моем каталоге шаблонов есть нечто называемое Search HTML. Очень просто я имею в виду, что это похоже на суть google.com результаты поиска. Я использую неупорядоченный список, чтобы упростить задачу, но я интегрирую каждое шоу в списке шоу, которое вернулось, и я вывожу лист с названиями каждого из этих шоу. И это все. Теперь в Google есть синие ссылки, небольшие предварительные просмотры и другой текст, примерно первое предложение с каждой страницы. Но в этом и заключается идея. Это действительно похоже по духу на то, что google.com slash search делает для тебя. Теперь, как это работает, нет никакого App. Пай задействован здесь еще не был. Это всего лишь очень простой HTTP. Я отправляю форму, перехожу на другой маршрут и получаю обратные результаты. Но проверьте эту версию. Позвольте мне закрыть эти вкладки здесь и открыть мое первое окно терминала. Позвольте мне зайти в раздел «Показывает один из сегодняшнего каталога Source9» и на этот раз запустить Flask. Позвольте мне навести курсор на этот URL-адрес и открыть его здесь. И теперь кнопка «Отправить» исчезла. Теперь я собираюсь создать пользовательский интерфейс, который использует технику, называемую Ajax, для синхронности JavaScript и XML, что несколько устаревший термин. Потому что мы больше не используем то, что называется XML. Но Ajax – это технология, с помощью которой вам больше не нужно отправлять формы, чтобы получить больше данных с сервера. Вы можете использовать JavaScript в соответствии с прошлой неделей, прослушивать события такое, как нажатие клавиши вниз или вверх, и как только вы услышите такое событие, вы можете тайно в коде JavaScript отправить запрос на сервер, чтобы вернуться. Побольше данных, а затем подключите их к дам дереву в памяти компьютера. И это просто обеспечивает более плавный процесс, такой как автозаполнение на любом веб-сайте. Так что теперь позвольте мне попробовать вести ОУ, у нас очень быстрое автозаполнение. FFIC. И вы увидите, что каждый раз, когда я добавляю новые ключи к своему воду, я выполняю еще один поиск, еще один поиск, еще один поиск, и данные меняются. Теперь как это работает? Хорошо, позвольте мне вернуться к Versus коду здесь. И в другом окне моего терминала позвольте мне открыть AppPy и WebPy. App. Вы увидите, что внизу все еще есть маршрут поиска, который возвращает шаблон поиска, но посмотрите на это. Позвольте мне зайти в раздел «Шаблоны поиск». Посмотрите и обратите внимание что мы действительно получаем неупорядоченный список шоу снова и снова и снова. И этот HTML-код, который возвращается, позвольте мне перейти сюда. Позвольте мне открыть свой терминал. О, извините, это неправильная версия. Извините, я попал не в ту папку. Давайте это исправим. На первом рисунке код app. По это почти одно и то же. В поиске здесь. Хорошо, я немного изменю это. Позвольте мне показать вам эту версию поиска. Если я открою app. И вот мой маршрут поиска. Я получаю переменную с именем Q, присваивая ей значение любого запроса. Arcs от пользователя, например, Q равно офис. А затем я проверяю, действительно ли пользователь что-то ввел при выполнении этого SQL запроса. Выберите звездочку из показов, где заголовок похож на этот, используя то же самое. И на этот раз, просто чтобы все было эффективно, я ограничил общее количество результатов 50, а не бесконечным числом. В противном случае, если пользователь ничего не ведет, просто на всякий случай я устанавливаю показы равными пустому списку. Так что если вы ничего не ведете, показывать будет нечего. И несмотря ни на что, я отрисовываю этот шаблон под названием Search HTML. Что же, давайте посмотрим на это. Если я открою template Search HTML, на этот раз нет никакого макета, нет никакого наследования этого макета HTML. Я буквально генерирую просто целую кучу фрагментов ли. Почему? Давайте посмотрим, что происходит в браузере. И это начало API. Если бы я хотел сделать этот API доступным, этот интерфейс прикладного программирования я мог бы сказать миру, что если вы хотите найти телешоу в моей базе данных, перейдите по URL, это что-то, что-то поиск, Q равно офис или кошка или собака или что-нибудь еще и вот что я вам верну. Войдите, я просто дам вам целую кучу тегов ли, которые выглядят почти одинаково. Но позвольте мне просмотреть исходный код страницы. Только я верну вам фрагменты HTML. Я не дам вам HTML тег, тег тела, тег заголовка, тег заголовка. Я не дам вам веб-страницу. Я даю вам фрагменты HTML, с которым теперь вы можете делать все, что захотите, в том числе вставлять это в свой собственный неупорядоченный список. Так что обратите внимание, что происходит в этом реальном приложении. Если я вернусь к Versus коду здесь, позвольте мне открыть мой шаблон индекса здесь, и вы увидите немного магии JavaScript. Итак, в JavaScript здесь, в моей форме, в которой было только текстовое поле и нет кнопки, что я делаю. В теге скрипта здесь я создаю переменную, называемую input. И я использую эту функцию, называемую селектором запросов, которая просто дает мне ссылку на текстовое поле ввода в форме чтобы я мог видеть, что набрал человек. Сегодня все немного по-другому, но я использую input. Это event лысона, который в JavaScript позволяет, как и в Scratch, сообщать об этом, ожидая, что что-то произойдет, например, щелчок по зеленому флагу. Но в данном случае прислушайтесь к событию, которое связано с вводом данных. Это похоже на набор текста на клавиатуре, будь то копипаст, ручной ввод или что-то еще. Тогда всякий раз, когда это происходит, вызывайте эту функцию. Async расшифровывается как асинхронный. Это художественный термин, который означает, что выполнение этой функции может занять долю секунды, может быть даже секунду или две. Так что она будет выполняться за кулисами, так сказать, на заднем плане. И что же она собирается делать? Ну, это вызовет функцию JavaScript, которую теперь поддерживают все браузеры, называемую Fetch которые используют HTTP для получения дополнительных данных с сервера. Он будет извлекать данные из маршрута под названием Search, Q равно и независимо от значения, введенного пользователем. Поэтому я просто вручную создаю свой собственный мини-URL и говорю JavaScript чтобы он принес мне этот HTML, когда он вернется через эту строку текста, называемую респанс. Текст. И позвольте мне помахать вам рукой. Ожидание просто означает, что это может вернуться не сразу. Давайте дождемся ответа, и когда он поступит, давайте выполним этот код. Я собираюсь это сделать. Я собираюсь выполнить поиск по документу по всей веб-странице в поисках этого тега UL, который находится где-то на этой странице и который мы увидим через мгновение. Измените его внутренний HTML-код, чтобы он был фрагментом Ли, Ли, Ли из всех этих совпадающих шоу. И куда все это ведет? Хорошо, если мы прокрутим страницу вверх, вы заметите, что вверху есть мой обычный HTML-код. Тег головы, тег тела и все такое. Вот текстовое поле, о котором мы уже говорили. Здесь нет кнопки для отправки, потому что все это происходит автоматически. Но по умолчанию есть этот пустой UL, в котором по умолчанию ничего нет, пока мы не начнем использовать этот API. И заключительный штрих вот в этом. Это довольно уродливый и неаккуратный способ получить данные с сервера, чтобы просто вернуть фрагменты HTML. Например, что если я не использую HTML, я хочу сохранить эти телешоу в формате PDF или в каком-нибудь другом веб-теге, в таблице или что-то в этом роде. На самом деле серверу не имеет смысла предполагать, что я хочу, чтобы подобные теги окружали каждую из моих данных. Лучше было бы вернуть более общий формат. И этот формат почти всегда в настоящее время называется так, наша окончательная аббревиатура JAN, объектная нотация JavaScript. И позвольте мне сделать это. Позвольте мне закрыть эти две вкладки здесь и открыть окно моего терминала, а также отменить предыдущую версию Flask, которая была запущена. Позвольте мне закрыть эту версию и посмотреть на нашу окончательную версию под названием Shows2 и выполнить запуск Flask. Я наведу курсор на этот URL-адрес и открою его в браузере. И я собираюсь зайти вручную, увеличив масштаб. Давайте еще раз проведем поиск. Q равно Office Enter. А вот как выглядит Джан. На первый взгляд это не похоже на улучшение. Это выглядит безумием, что это просто такой большой кусок текста. Но этого текста как раз достаточно, чтобы компьютер мог надежно его обработать. Обратите внимание, что здесь поставлена квадратная скобка. И если бы я действительно прокрутил страницу вниз, там была бы закрытая квадратная скобка, как далеко внизу. Внутри этой квадратной скобки находится фигурная скобка, затем идентификатор, двоеточие, а затем число. Затем заголовок, кавычка без кавычек, двоеточие, а затем заголовок. А затем замкнутая фигурная скобка. Итак, то, что вы видите в оба Значение объектов JavaScript. Это очень стандартный суперпопулярный формат, представляющий собой просто текст, в котором все еще используются квадратные скобки для списков, также известных как массивы, в котором все еще используются фигурные скобки для словарей, пар ключ значения. Итак, вы видите здесь огромный список, я думаю, до 50 шоу, полученных из этого API, каждая из которых содержит словарь, если хотите, объект, пар, ключ, значение. Какие ключи и ценности? Идентификационный ключ и титульный ключ, каждый из которых имеет значение соответственно. И это те же самые данные из IMDB, некоторые из которых вы, возможно, вспоминаете визуально. Это просто очень простой, удобный для компьютера способ вернуть целую кучу данных, которые нам, людям, видеть не нужно. Но я могу использовать эти данные, вернувшись в Versus Code. Позвольте мне открыть другое окно терминала и зайти в исходный код 9shows2. И здесь позвольте мне продолжить и открыть, как насчет шаблонов индекс. HTML, которые раньше просто использовали этот внутренний HTML-трюк. И это не произведет впечатления, вам не понравится этот синтаксис. Но позвольте мне хотя бы объяснить, что мы делаем. Оказывается, что джан это просто лучший способ в целом, более универсальный, универсальный, независящий от пользователя языка способ возврата данных с сервера. Потому что это просто текст. Так что не имеет значения, используете ли вы Python или C или C++ или JavaScript или Ruby или PHP или что-то еще. Все эти языки могут обрабатывать информацию в формате джан. И действительно, вот несколько JavaScript, которые делают именно это. Изначально тот же код, что и раньше, я объявляю переменную input, которая дает мне доступ к текстовому полю пользователя. Я прослушиваю ввод, например, нажатие клавиш вверх и вниз. И когда они происходят, я вызываю эту анонимную функцию. Я получаю данные из сервера, используя точно такой же код, как и раньше. Поиск, Q равно Office или что-нибудь еще. И тогда это только что новый код, который я использую для преобразования этих данных джан в мой собственный формат HTML. Будь то неупорядоченный список и упорядоченный список, таблица или что-нибудь еще. Что я делаю? У меня есть переменная, которая называется HTML, инициализируемая в ничто. Так что изначально у меня нет HTML. Затем я перебираю каждый идентификатор в этих шоу. Таким образом, каждый уникальный идентификатор IMDB я интегрирую по одному. А затем я захожу в шоу по его идентификатору и хватаю его название. И это. Забудьте об этом на мгновение. Затем я беру эту HTML переменную, объединяю или присоединяю к ней свой собственный текли, плюс заголовок, плюс закрывающий текли и я пропускаю это, потому что довольно быстро стало страшно, но оказывается, что если в некоторых телешоу действительно есть угловые скобки, это может полностью нарушить мой HTML. Оказывается, вы можете очень кратко вспомнить, что на прошлой неделе у нас был символ авторского права, использующий HTML-объект, использующий ampersand. Символ хэша и точку с запятой, оказывается, они есть. Другие подобные загадочные последовательности символов, которые представляют собой в противном случае опасных или нетипизируемых персонажей. Вот так, что может сбить компьютер с толку, заставить заставив его думать, что он находится в начале тега, и амперсант, который аналогичным образом может обмануть компьютер, заставив его думать, что это сущность, которой он не является. Но, короче говоря, к счастью, есть библиотеки, которые справляются со многим из этого за вас. Для наших целей вывод заключается в том, что теперь, когда вы немного понимаете HTTP, Теперь, когда вы немного понимаете HTML, C и JavaScript, у каждого из которых есть свои роли, вы можете использовать их в конечном итоге. Чтобы начать собирать свои собственные веб-приложения, как вы это сделаете для девятого набора задач. Объедините все эти языки и создайте полноценные веб-приложения, мобильные приложения или что-нибудь еще. И для этого, я думаю, у нас все готово. И первый, кто поднимется сюда, тоже может получить это печенье. Увидимся в следующий раз на нашей самой последней лекции по CS50.